Всем добра! Зачем агрил турельки? Ну, они веселые. О! Опять работа. Work, work. Job's done. Альянса, кажется, вчера не было. Вчера такие вообще классные игры были. Если пропустили вечерний стрим, там особенно последняя игра была на 2 часа с героями 10-10-10, с Демон Хантером, у которого 25,5 брони, под паладином по третьим, который умирал постоянно от алхимиков двух и Таурена. Это было круто. Я готов. Клевая застройка, ну алтарь надо было побыстрее, а дальше я выстраиваю входа. Так, только надо все-таки свернуть, чтобы плавнее был Warcraft. Да, что-то у меня с видяхой. Готов. Не то. Да, господин, готов. Ферму еще одну ставлю. Хорошо. Тут напрашивается, конечно, вышка. Я готов. Но вчера был такой, конечно, день с такими героями шикарными. Правда, противником тоже, опять же, Таурен и два алхимика. Здравствуйте. Неплохой микс. Весьма. Особенно в прокачке там такой урон. У Таурена 1000 туманы. Демон Хантер с третьим наберным высасывал ману как мог. Все равно не справлялся. Ну, поиграем сегодня, посмотрим, что будет. Троллей пулить или не пулить? В чем вопрос? Чего? Наверное, пока не стоит. Сначала нужно верхнюю точку забрать. Жду приказаний. Будет исполнено. Опять работа. Чего? Поехали. Герой. Классика жанра. Даже в кастеров, наверное, поиграю. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Да, господин. Да будет так. Да. Нужна моя помощь. Опять работа. Но Архмаг универсален, то есть, да, он не такой клевый, как, например, Таурен тот же самый, но спор же будет, хотел специально. Нужна моя помощь? Да, жду приказать. Да. Опять работаю? Ну же, приказывай. Да. Но зато мы быстро поставим базу, это раз. Да, господин. Если надо только ферму отстроить. Как скажете. Вышку тоже, чтоб сильно не терпеть. А что здесь делаешь, друг? Да, здесь нельзя строить, я пошел. И тут футмена забыл. Да будет так. Да, господин. Хорошо. Кажется, мне рабочих не хватит по лесу. Ну же, приказывай. Готово. Так. Опять работа. Превосходно. Вызывай, вызывай, вызывай. Ну же, приказывай. Я готов. Не, хватит, хватит. Все ок. Элем, конечно, очень помогает. Крипингу. Так, готово. Давай, даже, видите, лавку не надо ставить. Да. Так справимся. Ну же, приказываю. Жду приказать. Ну, нужна моя помощь. И, наверное... Опять работа. Хорошо. Так. Да. Давай, 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 давай уже. Ну. Ну, я пошел. Чего? Нужна моя помощь. Окей. Будет исполнено. Хотя магазинчик бы помог. Что вам угодно. Ладно, пока есть время, побежали. Побежали. Ты сюда. Ну же, приказывайте. Ой, Варден. Perfect life.
Что прикажете? Я готов. Нужна моя помощь? Там арчи ищем. Что вам угодно? Ну, понятно. Согласен. Не успел. Так. Ну же, приказывайте. Вообще надо было перенацелиться, и вообще нужно было магазин построить. Но мне лес, как видите, Немо вообще. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Как скажете, постройка завершена. Будет исполнено. Ладно, попробуем. Что вам угодно? Все-таки, ну же, приказывайте. Скажем, вот зеленые этой точки. Хотя, будет нельзя с зеленой. Надо сразу пытаться было. Шреддер брать надо, ё-моё. Дефенс бы хотелось сделать. Ладно, попробуем. Там ну накопится же, соточка, не накопится. Что вам угодно. Ладно, с богом. Так, Шреддера берем. Вот и Лема уже нет. Здрасте. Каменный талисман. И магаз нужен. Ну же, приказывайте. Как, что вам угодно. Да что ж такое? Моя помощь. Все будет. Нужен магаз был, нужен грейд был. В элементале, ладно, вызываем. Попробуем докрепить, все равно толку... Толку нет возвращаться назад. Здесь напрашивается Ламбермилл, потому что долго очень бежать. Да будет. Так, давай-ка мы архмагом сбегаем сюда тогда. Пацаны подключатся побыстрее. Тут же все равно нет дропа никакого. Давайте скорее. Отлично. Ну же, приказывайте. Будет исполнено. Капец. Что вам угодно. Ну же, отлично, я вернулся. Да, нужна моя помощь. Просто лучший. Что вам угодно. Да, нужна моя помощь. Ну да, подкрепился прям по-царски. Да, попробуем прорваться. Да ладно. Тут уже второй. Ну же, приказывай. Ну отобьемся, я думаю, кое-как. Только надо ментов взять еще. С катапульта еще. Будет исполнено. Ну же, приказывайте. Да, да. Что вам угодно. Согласен. Нужна моя помощь. Жду приказаний. Наш город осаждают враги. Будет исполнено. Постройка завершена. Ну же, приказ. Ага. Сейчас я немножко просто за... Так. Увлекся. Что вам угодно. Так. Наш город осаждают. Ну же, приказывай. Так. Да будет так. Окей. Что там дальше делать-то? Чего? Ну, как обычно. Не, не как обычно. Надо было пару кастерниц сделать. Нужна моя помощь? Да. И этого платинум вампа нужно убивать. Что вам угодно? Нужна моя помощь? С его грантами. Да. Нужна моя помощь? О, МК! МК вторым героем. Я чувствуется сразу, что за хуманов играю. Что вам угодно. Да, да.
Что прикажете? Ну же, приказывайте. И сейчас и лемы такие. Ты еще не видел меня в бою? Надо. Да. Ну же, приказывайте. Ага. Нужна моя помощь? Давай вот так вот. Давай вообще вот так вот сделаем и все. И будет у нас все хорошо. Нужна моя помощь. За славой, что прикажете? Это у нас будет так, это будет так, это так, это так. Это так. Строит грантов, у него даже нычки нет. Ну, то есть я уверен, что у него нет нычки. Но он как бы, да, такой вот, да. Красавчик. Бобра вздумал убить. Тихо. Ну, рабочий уже кинулся. Понимаете? Дикий просто. О, прист. Это как крипинг, только... О, есть. Сейчас по-быстрому. Отобьемся здесь. Да куда ты лезешь, ну? Убил мне приста. Ладно, давай Шреддера. Кто тут он? Сейчас сорочки подтянутся. Тебя ж двое прибежали спасать ко мне на базу. Меня спасать. То есть меня спасать. Чем то есть я тут помочь? Проигрывал, да? Как я и буду знать. Так, делаем престов. Ну, кастеров с грифонами пока. Потому что и... Чего? Ну, я пошел. Да, господин. Нужна моя помощь? Хо-хо! Вот это тьма пошла. Блейдмастер еще. Ну, Блейдмастеру не так мана нужна, конечно же. Ну ладно. Так, значит, что я хотел? Я хотел взять с собой рабов. Хотел добить этого упыря все-таки. Причем добить его МКой. МКой, МКой, чтобы третий левел побольше, побыстрее получить. Он четвертого, мне же дадут третий сразу. Здесь ботинки и свиток. И полетели к нему. Посмотрим, что есть в плане рабов. Меня спасли, ребят. Я благодарен за это. Рамка по-прежнему эльфийская. Ну, вот тут... О, реинфорсмент. Интересно. В чем проблема? Да. Ну же, приказывайте. Да. Что вам угодно? Исследование завершено. Положись на меня. Нужна моя помощь? Ты еще не видел меня в бою. Что вам угодно? Да, господин. Ставим базу. Ну же, приказывайте. И, наверное, еще парочку... Нет, одного приста, я думаю, хватит. Будет исполнено. Строимся. Что вам угодно. Опять работа. Строимся. Угу. Идем сюда. Чем я могу помочь? Сорочка, молодец. Что нужно? Animal training нужен. Забыл я про это. Можно, конечно, и рыцаря сделать. Такой универсальный лимит. Ну и ясно. Ну что это такое? Ну, ну же, приказывайте. Наш город осаждает. Так вот, не дают. Чего хочешь, зайка? Исследование завершено. Чего? Чем могу помочь? На что жалуетесь? Ну же, приказывайте. Я телепортируюсь. Расход. В чем проблема? Иннерфайр по-быстрому. Выполнил любой приказ. Что приказывает? Чем вы заняты? Чем я могу помочь? Блин, хоть этот ставь. Угодно. Да,
Короче, надо восстановиться по-быстрому, подхиляться, взять рабочих сюда, перевести. Чего хочешь, да? Да, все-таки грифоны, потому что с эндерфайером хорошо зайдут. Грейт на армор. Чего хочешь, зайка? В первую очередь. Что вам угодно? Давай хилочку даже. Телепорт. Поехали наверх. Так, все не так хорошо. Все не так хорошо. Вызываем лемов. Тебе нужна моя помощь? Что вам угодно? Чем я могу помочь? Пойдем. Ага, я понял тебя. Что вам угодно? Положись на меня. Нужна моя помощь? Блин. Чем прошу? Тебе нужна моя помощь? Что прикажете? Чем ты слушаешь и прыгаешь? Чем прошу? Нужна моя помощь? Что прикажете? Банзай! Чем вы заняты? В чем проблема? Исследование завершено. Ну, понятно. Что вам угодно? Ты еще не видел меня в бою? Ну же, приказ. Сюда. Да. Что вам угодно? Думаешь? Нормальный размен. 4 в одного. Еще грифонов. Еще грейд на армор. Здесь возвращаемся. Сразу пару вышек. Еще парочку сорочек. А это что такое? Это он же, да? Бывает. Ну, поехали. Во славу пылающего клинка. Не успеем. Но зато успел грифона убить. То, что неплохо. Неплохо, потому что сейчас можно его даже и дожать. Пожалуй, надо только купить пару свитков. Две сорочки готовы. Ботинки МК. Давай ботиночки. Серклетка, свиток. И, пожалуй, АМУ еще свиток. Медали, свиток. Как-то так. Здесь потихоньку ставим базу. Тут таурены. Не так быстро, котик. Да, прилетели. Нужна моя помощь? Жор, ладно. Что вам угодно? Чем вы заняты? Да, блин. Тебе нужна моя помощь? Да, да. Нужна моя помощь? Свиток. Клэп. Молоток. Да. Ну же, прикажите. Били. Да будет. Жор, ладно. Нужна моя помощь? Да, приведите. Не так быстро, кот. Думаешь? Тебе нужна моя помощь? Да. Ты еще не видел меня в бою? Так. Чем вы заняты? Чем могу помочь? Все вроде ок. Чем вы заняты? Ну как, сравнительно. Дорогу! Да, приведите. Не так быстро, котик. Что вам угодно? Тебе нужна. Чем вы заняты? Кто-нибудь ранен? Все, диспелили. Нужна моя. Чем вы заняты? Что прикажете? Угу. Славу пылающего. Чем вы заняты? Христа спасли. Превосходно. Тебе нужна моя помощь? Чего? Добро. Что вам угодно? В чем проблема? Тебе что там? Понятно. Чем я могу помочь? Все, на хил. Да. Чего хочешь, да? Что вам угодно? Что прикажете? Не так быстро, котик. Да, мой друг. Чем я могу помочь? Лечимся. Еще армор. Грейд на атаку. Моя помощь? Он идет отвлекать. Положись на меня. Да. Да. Отлично.
Что вам угодно? Согласен. Думаешь? Не так быстро, Костя. Приступай. Тебе нужна моя помощь? Вот. Нужна моя помощь? Массовый телепорт есть, если что. Но лучше его, конечно, добить. Тем более, это реинфорсмент, понимаете? Это не абы кто. Товарищ опытный. Да. Я все зря не починил. Массовый ТП, что ли, делать? Да, пожалуй, надо. Тебе нужна моя помощь? Нужна моя помощь? И починим тогда. Ну и дальше можем стелепортироваться просто. Куда-нибудь сюда или сюда. Я с пацом оставил. Элема, отвел Элема. Для того, чтобы быстрее вернуться. Чего хочешь, Зайка? Ну же, приказывай. Тебе нужна моя помощь? Исследование шерел положить. В чем проблема? Ты еще не видел меня в бою? Чего хочешь, Зайка? Дорогу! Что прикажете? Как обычно, у меня Блейд не алло. Нужна моя помощь? Не работает нифига. Ну же, приказ. Раскопи. Прикажете. Чем могу помочь? Кто-нибудь ранен? На что жалуетесь? Полный хаос творится. Я даже не понимаю, что что происходит. Да, кто виноват? По славу пылающего клинца. Не хватает. Чего? Так, минус паладин уже хорошо. Этот, скорее всего, тоже минус. Отлично. Нужна моя помощь? Данпил ливнуло. Что-то мало народа осталось. Там, случайно, хост не того. Нужна моя помощь? Пятая МК. Что вам угодно? Может, там просто массово повыходили. Ну же, приказывайте. В чем проблема? Реинфорсмент все еще в игре. Что вам угодно? Ты прям под лавкой сражался. Да. Это да. Чем бы заняться? Не, ну нормально, все равно. Добили, хорошо. Хорошо, надо придумать что-нибудь, ну, что дальше делать. Грейды для начала, наверное, надо просто позаказать. Все, которые только можно заказать. Блейдом надо бежать в центр и затариваться. Постоянно причем это делать нужно. Коня можно сделать одного, чтобы не скучно было. Ну, еще пара грифонов вмещается в лимит. Ну же, приказ. Воркшопы, мортиры, картечь. На нас напали. Ой, да ладно. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Совесть. Слушаюсь и повинуюсь. Я не добил. Ну я корону спер. Ну я спер корону. Как вовремя, а? Давай себе маску возьмем. Для МК, он же пустой. Неплохо, неплохо, неплохо. Да, мортиры нужны хотя бы для того, чтобы быстрее. Ну и в перспективе танка. Чтобы быстрее базы вражеские рушатся. Выходит как-то неправильно. Так, еще бы поставить там глаз. Конь есть. Тут Inner Fire. Не жалеем. Блейд вроде пришел в себя, побежали поэтому. Архмагу бы еще. Что за смс сегодня приходит?
Не так быстро, котик. Кто вам угодно? Блейд должен себе шмотки покупать, да. Покупать разные шмотки. Правда, меня тут палят. Некрасиво выходит. Давай. Будет так лучше. И так тоже продадим, чтобы свиток купить. Плотный архмаг — это хорошо, но... Что вам угодно? Что прикажете? Нужна моя помощь? Готово. Картечь этим. Да. Тут глаза стоят. Что прикажете? Как пить дать? Что прикажете? Это Крео. Что вам угодно? Чего хочешь, да? Две базы свободны, но туда рабочих не хватает. Я, пожалуй, еще парочку подстрою. И отсюда еще возьму. Чего? Не, не возьму. Тебе нужна моя помощь? И хочется затариваться, понимаете? Блэкмастер такой герой, он же еще самый младший у меня. Низкий уровень. И высокие ожидания. Воу-воу-воу-воу-воу, это что у нас тут такое? Да ё-моё, опять 25. Короче, там гиппосы, я не знаю, лезть ли мне на химер, особенно с этим... Думаю, что не стоит. И полезу. Одним глазком посмотрю. Фаерлорд. Что прикажете? Что вам угодно? Нужна моя помощь? Что прикажете? Что вам угодно? Чего? Ну же, приказывай. Испугал. Прикольно. Хотя он не должен был вообще лезть. Сейчас, глядишь, добью этого Лепро. Не так быстро, кошка. Абсолютно невнятные молотки. В чем проблема? Да, положись на меня. Что на. Да, по славу пылающего клина. Это же экспа, в конце концов, понимаете? Да, господь. Да. Это же экспа. Да, господь. Да, опять работа. Нужна моя помощь? Чем я могу помочь? Что вам угодно? Он третью ауру. ГГ. Что вам угодно? Не так быстро, котик. И пятый левел дали Блейду. Шикарно же. Просто шикарно. Куда вы, ребят? Сюда же нужно. Шестой МК. Класс. Сколько здесь денег-то осталось? 3200. Не густо. Ну, сейчас периферийные как раз заканчиваться будут. Видите, тут люди в центр выходят. Так, Блейдом, не забываем, не забываем. Не забываем про массовый телепорт еще, не забываем. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Что прикажете? Так. Что вам угодно? Может, даже на Близзард перекачаться. Нужна моя помощь? Он сейчас, наверное, уже... Позиция будет... Чё там не нравится мне этот орк? Брейкеров парочку могло помочь. Да, но кем сражаться-то в конце концов? С химерами, с теми же самыми. Это же... Ну сделаем мы типа антикастеры. Дальше-то как? С химерами, с вермами. Здесь докачиваем 6 косарей и 4. Нас светят. Доделываем грейды потихонечку. Все, что могут пригодиться. Вообще все заказываем. Мажор. Что вам угодно? Заборос уже еще экспу дают. Немножко надают. Да иди разуплотнее, у тебя экспы явно больше, чем всех на карте. Мы только что видели Фаерлорда там шестого. Не, на самом деле в центре товарищем. Не стоит, короче, сейчас идти. Чего хочешь, завтра? Точно тебе говорю. Исследование завершено. Прямо инфа-соточком. Исследование завершено. Надо сначала, по крайней мере, выйти на одну центральную базу, укрепиться. То есть дождаться, когда закончится что-то периферийное.
Да. Что прикажете? Закупиться, кстати, стафом можно. Ты еще не видел меня? Что прикажете? Нужна моя помощь? Ты еще не видел меня? Слушаюсь и повинуюсь. О, прикольно. Банзай! Жесть какая. Что прикажете? Исследование завершено. Ну ладно, давай маску пока возьмем. Вторую маску? Вторую маску. О, эта штука много дает экспы. Вот это вот, Феникс-то. Я его могу убить и много экспы получить. Половина шестого левела, здравствуйте. Что прикажете? А, я же могу телепортироваться еще на Блейда. Нужна моя помощь? Чего хочешь? Тоже хорошая же тема. Раз. И два. Будет исполнено. Что прикажете? Что вам угодно? Да. В чем проблема? Что вам угодно? Ну и постоим здесь тогда. Вражеские варды поубиваем. Две маски смерти. Что я делаю? Да я думал, что в прошлый раз не купил, а оказывается купил. Золотой рудник, скоро исследование завершено. Нужна моя помощь. Так, что дальше? Что дальше? Ё-моё. Какой-то у меня, какой-то лимит у меня не очень против такого микса. Ну же, приказывай. Тебе нужна моя помощь? Ё-моё. Что прикажете? Да дичь-то, форменная дичь. Да. Тут танки нужны, без них никак. Не так быстро, котик. Ладно, точно коня убиваем. Что прикажете? Ну же, что прикажете? Тебе нужна моя помощь? Блин, рабочих надо в расход пускать. Вот как они докачают. Да какого лешего, ну... Слушаюсь и повинуюсь. Кто там палит все? Что прикажете? Да. Прекращай, слышишь? Слушаюсь и повинуюсь. Бак еще. На нас напали. Да, повелитель. Что прикажете? Шодыска. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Это он дикий. Да, хороший выбор. Шодыска. Да, слушаюсь и повинуюсь. Скоро иссякнет. Ой! Так, нужна моя помощь? Тоже неудачно получилось. Не так быстро, котик. Тут, правда, армии как таковой. Ну, не то чтобы нету, но... Ну же, тебе нужна моя помощь? Чем вы заняты? Чем могу? А можем повоевать все-таки? Не так быстро, котик. Нужна моя помощь? Да, что прикажете? Не уверен, что долго сможем. Исследование завершено. Шодыска. Ты еще не видел меня в бою? Чего хочешь? Не, вредно воевать здесь. Особенно со спящим архимагом. Грифоны лишние. Понимаете, надо делать какие-нибудь танки, кастеры, мортиры с картечью, все. Нужна моя помощь? Золотой рудник скоро иссякнет. Что вам угодно? Чем могу помочь? Я несу исцеление. Ну же, приказывайте. Повинуюсь. Иначе хрень выходит. Ну что, кто-нибудь ранен? Нужна моя помощь? Пара сорочек, да. Присты, да. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Да. Нужна моя помощь? Может, Малком Кингу вообще ну же, эту отдать? Грифонов в расход давай. Только подставляюсь на гиббосах. Да, вот 4 мортиры, это, конечно, круто. Золотой рудник обрушился. Освобождаются рабочие. Можно будет попробовать... Наконец-то! Сплавить их частично. Вот эти еще синхронно закончатся, и будет ток. Нужна моя... Что прикажете? Ага, значит, бак у нас тут, да, такой? Ну же, приказывай. Кто-нибудь ранен?
Так, 5 престов. 5 престов это отлично, я считаю. Пара сорочек. В центре ничего. Возьму инвул. Когти плюс 6. Да, пожалуй, пока можно взять. И выходим на стройку веком. На что же вы приказываете? Очень странная все равно армия. Боевого лимита очень мало. Чего? Да, опять работа. Прорвемся. Чего? Хорошо. Ну, я пошел. Хорошо. Хорошо. Угу. Хорошо. Золотой рудник обрушился. Хорошо. Ну, я пошел. Да, вот, заканчиваются ресурсы. Сюда одного рабочего не хватает. Этих мы сдаем уже сразу же. Да. Ну же, приказывай. Ну что ж, приказывайте. О, Бак написал ГГ. Прикольно. Ну, это тот, который рядышком. Прям вот очень хорошо. Я еще тогда еще вторую центральную попробую взять. Танков маловато, еще плюс 3 штучки надо будет сделать. И вообще, учитывая хорошую типа экономику, вот еще одна база минус. Этих пацанов мы сюда переведем. Хотя... Ну что же, у меня проблема. Прикажете. Резурект есть. Готово. Нужна моя помощь. Наверное, не стоит. Остался два человека, Крео и Айлав. Вот сейчас хотелось бы, конечно, узнать, какой расклад у кого. Понять просто, кто представляет большую опасность. Кажется, Шреддер у меня сочкует. Нет, не сочкует. Просто очень много работаем. Так, отстраиваем раз. Здесь нужно будет где-то трех рабочих убить. Инвиз еще есть, можно же хорошо с инвизом заходить. Инвиз на танке не алёжи, да? Очень жаль. Невидимые мортиры как-то неубедительно. Да, блейд есть, на которого можно телепортироваться и которым, в принципе, свободно можно разведывать. Так, здесь лучше уже гвардовский делать. Хорошо. Перебор лишний рабочий. Хорошо. А вот тут как раз одного не хватает. Так, одна центральная пустая. Это уже лишние рабочие выходят. Ух ты. Ой. Крео с этими. Баш пропер. Нифига себе. Ты разведал. Понятно. Причем он здесь... Ну, во-первых, хорошая новость в том, что я не... У меня нет воздуха, против которого он, типа, баток может своих реализовать. Что вам угодно? Постройка завершена. Мортиры так нехило, вышки побили. Скоро иссякнет. Нужна моя помощь? Ну, можем сходить, в общем-то. Можем сходить, посмотреть. Ну, я пошел. Ну, приказ завершен. Посражаться немножко. Трушот есть. Но это не совсем то, что я ищу. Ну, трушот нужен, безусловно. Для всех нужен трушот. Ну, я бы еще одного вертолетика сделал. Чего? Нужна моя помощь. Опять работа. Рабочий минус. Здесь лимит скоро освободится, здесь тоже. Отлично. Поехали. На Крео попробуем подойти. Запас по ресурсам есть, все отлично. Все-таки резурект взять. Ну, кастеров как раз там человек 7. Да и мортиры, в общем-то, хотелось бы тоже иметь возможность воскресить. Ё-моё!
Да какая-то дичь. Там химеры, на которые я пока пойти не могу. Ладно, попробуем Крео подпинчить. Мне значительно проще будет сражаться, если удастся. Чем вы занялись? Нужна моя помощь. В чем проблема? Прикажете открыть огонь? Им конец. Так, тут кастеры, тут клэп, тут молоток. Мак-ок, давай свиток изнем. Да как? Так быстро МК ушел. Я в шоке. Чем я могу помочь? В чем проблема? Где будет так? Чего хочешь, Зайка? Нужна моя помощь. В чем проблема? Ну же, приказ. Будет исполнено. Да, прилетели. Чем могу помочь? Да. Кто-нибудь ранен? На что жалуетесь? Что приказ? Золотой рудник обрушился. Чего хочешь, Зайка? Да. Во славу пылающего клинка. Ах ты гад. Ну слушайте, я справился. Ну хотя не только я, тут еще этот пришел. Ну красавчик. 4-6, да? Будет исполнено. Кто угодно? Да. Опять работает. Закончились. Давай сюда сходим. Вдруг там... Он забил на эту мелочевку. Ждем Маунтин Кинга. Орк, получается, прибили. Резурект я зажал, но, в принципе, он мне уже, наверное, не стоило там резуректить. Надо сейчас сделать либо мастанки, и, наверное, так проще будет разводить эльфа. Для начала нужно убить, конечно, орка. Он все-таки может, может еще удивить. Что прикажете? Ой, инфернал. Да. Инфернала я возьму. Слушай, сейчас проверим. В чем проблема? Нужна моя помощь? Проверим вертолетами, где он может быть. Ну, ГГ, все, тогда не проверяем. Тогда тупо танки и всем. Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? Вот этих вот не чуваков так убрать. Нужна моя помощь? Хочешь, и все, сейчас просто человека танками убьем. Мастп, танки и... Не так быстро, котик. Защита хорошая. Тебе нужна моя помощь? Вопрос времени. Козочки. Ага, я понял. Ну пусть сдается. Можно сразу же сюда стелепортироваться, чисто профилактически так. Куда-нибудь вот сюда вот. Не так быстро, котик. Why not? Да, да. Нужна моя помощь? Да будет, да. Чем бы заняться? Что вам угодно. Да. Телепорт? Да, чего хочешь, Зай? Поздновато я сделал телепорт. Потерял приста. Не так быстро, котик. Нужна моя помощь? Ну, сейчас просто танчик... Два танчика сюда. Два танчика сюда. Пара танчиков в центр. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну и все. И заказываем еще танчики. Ну же, приказывай. Все просто. Ну же, приказывай. Телепортируемся, куда захочется. Быстро, о, корона королей. Некуда топич. Да, что прикажете? А вон он. На нас напасть. Ну же, приказывай. Что вам угодно? Да. Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Что вам угодно?
Не так быстро, Костя. Поделюсь. Да будет так. Нужна моя Тебе помощь. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. И еще танчик. Так, он отстал от этих двоих. Соответственно, так делаем. Ой, нет. О, нет. Кастеры мешают. Увы. Кто-нибудь ранен? Бегите, глупцы! Тебе нужна моя помощь? Ну же, приказывай. Да, кастеры мешаются. Нужна моя помощь. Надо еще здесь сделать грейд, чтобы присты сразу же лечили. Там, где нужно. А где там Шреддер? Не устал ли? Устал. Ну же, приказывай. Можно сюда стелепортироваться. Что прикажете? Так, чтобы помочь танкам. Что вам угодно. Если он отбивается типа, то тоже экшен пошел. А, вот так вот. Окей. Ладно, элиминейт, так элиминейт. Так, так, так. Нужна моя помощь? Ну же, приказывай. Нужна моя помощь? Ну, можно вообще на мейн выцелиться. Нацелиться. Пока он... А, и телепорт идет. Ну, это явно сюда. Будет исполнено. Поэтому просто ТП сюда. Убиваем. Здесь, соответственно, раскидываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. И, наверное, вот сюда засадный полк. Блэйд побежал. Еще танки, сколько можно? Ага, Блэйд побежал. Сейчас увидим. Чем могу помочь? Не, давайте вы будете в первой группе. Что вам угодно? Понимаете, он не сможет просто выйти. У эльфов нет нормальной разведки. Он не сможет просто спокойно выйти со своей базы. У него везде будут проблемы. Он, правда, убивает не вторую центральную базу. Надо будет сюда стелепортироваться. А давай оставим пару танчиков. И стелепортируемся туда. Ну, потому что здесь... Там я справлюсь. Вот. Итак, ему нечем... Он сейчас делает просто защиту максимально, чтобы... Да. Ой, я забыл только Блэйда. Что вам угодно? Нужна моя поп... Ну и пока он здесь рушит. Новые танки идут и идут. Да. Да, что вам угодно? Да. Ты еще не видел меня в бою? Ну что же они осаждают враги? Ну же, приказ. Вот и все. Дешевая халява. Нужна моя помощь? Ничего не сделать. То есть выносится мейн. Что вам угодно? Город осаждают враги. У него, кстати, армии-то не осталось. Что вам угодно? Ну же, приказ. Элиминейтить или пробовать защищаться? Вот вопрос. Да, давай сразимся как. Ну же, приказывай. Как надо. Да. Что вам угодно. Ой, Архмаг, тут еще он. Да. Архмажечка. Ну же, беги, родной.
Ну да, неудачно как-то вышло. Ладно. Он был слабым игроком. Чем бы заняться? Ладно, давай вот так вот сделаем. А чё это? Слушаюсь и повинуюсь. Ну как так, ё-моё? Что прикажете? Нормально всё. Не переживайте. И не из таких ситуаций выбирались. Наш город осаждают враги. Побольше вертолетиков. Грейд запилить. Рабочих сделать. Ах, алтарь убьют. Добро. Да не переживайте, все будет нормально. Ничего себе, вот это кто такой? Красивый бежит к нам. Пара алтарей. Видим, у него там Шреддер ходит. Еще вертолетиков. Бабла дофига. Наш город осаждают враги. Надо вертолетами, вертолетами разведывать. Вас понял. От винта. Будет полчаса убивать, искать точнее. Да и убивать тоже, в общем-то. Наш город осаждают враги. А я его должен найти значительно быстрее. Только Архмага был воскресить еще. Пока у меня есть такая опция. Да, да, чего? Пурум-пурум-пурум. Давай, Архмаг. О, тут вырублено как-то подозрительно. Тут либо Шреддер... А, Шреддер же был. А вот и мейн. Еще один. Любой мейн может стать последним. Вот еще один мейн. Это один из последних, кстати. Потому что... Ну, потому что он там инвелла строит. Сигнал. О, еще один. Давай вот так вот тогда. Куда летим? Постройка завершена. Что вам угодно? Можно его, в принципе, и так добить. Ну, что тут осталось? Закуплен, правда. Что прикажете? Осаждают города! На нас напали. Крестов не хватает. О, телепорт делает. Куда? А, вот сюда, да? Последний, видимо. Ну, давай тоже тогда телепорт сюда сделаю. Что прикажете? Да. Ну так, чтоб наверняка. Ну же, приказывайте. Ой, такой фейл вообще. У меня был, во-первых, став. А во-вторых, да... А где дерево еще, пожалуйста? Можно вот это вот убить дерево? Такой фейл. Вы видели, какой фейл вообще? Так только я умею. Блейд, беги, спасай. Прошу тебя. Опять работаю. Во-первых, был став. Во-вторых, я... О, есть еще молоток. Что прикажете? Наш герой погиб. Ай, такой кривой, капец. Поэтому здание убиваю, смотрите. Как бы со зданиями проще. С ними всегда можно договориться. Но это еще не все. Прикажете. Хороший выбор. Тут даже подрезать некого.
Ладно, вот так можно. Пару-тройку дриад, может. Хороший выбор. Во славу пылающего клинка. Блин, еще б мишек подрезать. Они такие классные. Хороший выбор. Чем могу? Тихо, назад, чем? Да, повелитель. Да, мой друг. Что прикажете? Что? Ай, блин! Какая грязь! Что я творю вообще? Вообще, что я творю? Капец! Это просто трешачок! О, господи, что ты творишь? Давай сделай миллион этих. Сюда точку сбора. И летай. Летай, ищи, ё-моё. Да будет так. Приступай. Нет. Город осаждают враги. Ждем воскрешения героев. Воскресенье. Реинфорсмент ливнул. Неужели последнее здание? ГГ, ГГ. Изи. Такой бред просто. А не игра. Господи. Столько косяков. Едем дальше. Ну, понимаете, я при всем при этом выиграл. Как бы. Platinum Vamp. Это тот? Это свой? Привет, Владик. Стрем. Оф. ГЛХФ ready. Свой, свой. Кик платинум ползем. Стрим слушает. Вот так вот. Даже отвечает. Ох, музыка. Не, музыка нейтральная. Хотя больше похоже на арковскую музыку. Да. О! Чего желает? Найс, орки. Где прольется моя кровь? Ваша так, так, так. Распространяем землю в разные стороны. Нет, там просто музыка не менялась после загрузки. То есть она была такая общая. А бывает так, что типа загрузилась, сменилась тема, но еще типа не все загрузились. И ты уже по музыке слышишь, что будет кто-то. Отлично поставил. Топич просто. Мог зиггурат нормально по-человечески влепить. Нет же ж. Нет же ж. Жизнь за Нерзула. Так, алтарь пилим. Ну, смотрите. За верхнюю, да и за нижнюю мне точно придется сражаться. То есть выбор скорее в плане оппонента и его расы. Сверху проще. Хотя нет, не проще. Салют. Но простота, конечно, зависит больше от врага.
Ну, я сбегаю сначала, посмотрю. Постройка завершена. Да, повелитель. Кто у нас справа? Раса, никнейм. Дурка Рус. Ну, надо убивать дурку, конечно. Если не дурку, то кого? Понимаете? Нужно больше золота. Постройка завершена. Нерубку я, соответственно, поставлю вот уже вот здесь. Я жажду, склоняюсь. Так. И магаз. Запилим магаз. Да свершится предначертанное. А снизу товарищ тоже будет. Ему просто идти вниз, ставить базу, это не очень хорошо. Потма будет скринти, говорит Мун. На прем подпишешься, если будет не Потма. А если будет Потма первым героем, я тебе премиум на год выпишу на все каналы. Договорились? Ну вот и ладненько. Герой? Архмаг. С тебя прям... Ну, бас. Скринер. Давай! Жду тебя позеленевшим. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Не хочу ее вызывать пока. А Элемов, потому что Пурджи боюсь. Хотя ладно, Пурджи боятся. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Бой! Ну и ладненько. Развел пацанам напрям. Почему развел? Он сказал, что будет. Я сказал, что нет. Все, и вперед. Дальше слово за слово. Как оно обычно бывает. Как много самонов. Ты первым левелом сразу идешь и крепишь нычку. Прям добро. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Что вам угодно? Мне прям нравится Архмаг в этом плане. Склоняюсь перед вашей волей. Прям хорош он. Хорош. Да. Что вам угодно? Я жду. Да. Ну вот вопрос сейчас. На дурку идти? На дурку идти. Ну же, приказ. Третий там получу как-нибудь. Что вам угодно? Нужна моя помощь. Кое-как. Превосходно. Тем более, видите, в рифлов идет. В общем, человек на своей волне. Что вам угодно? Будет исполнено. Вызвали. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Всех ментов снял. Всех. Превосходно. Всех. Нужна моя помощь? Я жду. Нужна моя помощь? Подходи, подходи. Так. Ну подходи, ну. Ну же, приказ. Мне буквально тут немножко нужен. Вот, отлично. Кружа сейчас будет. Ну же, приказ. Нужна моя помощь? А как тут окружишь? Ну же, приказ. Превосходно. Да, я правильно выбрал противника. Превосходно. Вызвали меня. Что вам угодно? Я жду вас. Не прогадал. Вызвали меня. Ну же, приказывай. Не хватает. С лечением еще. Это топич. Нужна моя помощь. Хорошо. Что вам угодно? Надо за этими, за скелетами новыми сбегать. А чё я Грейта не тыкнул? Постройка завершена. Мог же 100 раз это сделать уже. Завтыкал, завтыкал. Нужна моя помощь? Что вам угодно?
Стройка завершена. Заказываем рабочих. Что-то его тут пинчит уже. Добивай, добивай. Ну подблочьте, ну. Есть. Здесь уже сложновато будет. Мало футменов. Много скелетов, финдов. Надо еще взять одного калита и поставить здесь сразу ничек. Как-то так. Так, учитывая архмага, я предлагаю... О, кота привезли из деревни. Бешеные глаза. Просто бешеные. Вебка, кстати, работает. Может, кота показать. Но ее нифига не видно будет, учитывая освещение. Так, кот. Да-да-да. Черное нечто. Ничего не видно. Все, убирай. Дела не ждут. Так, надо, наверное, сейчас дождаться, когда он ливнет, и пойти по-быстрому крепиться. Ну, ему мейн просто убить надо. То, может, хватит. Все, и поехали. Хочется каких-нибудь кастеров сделать, но... Постройка завершена. В прошлый раз как-то они не зашли костры этим. Так, здесь герой вражеский какой-то был, но это сейчас не очень интересно мне. Мне бы ухватить что-нибудь из мида. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Тем более с лемами это делается прям замечательно. И побыстрее следующих героев. Второй выйдет, закупится. Кто там? О, хорошо-то как. Герой вот чисто на ману. Тратить умеет, тратить любит, тратить будет. Варя выходит. Ё-моё. Ну, вот что ты, твою ж медь. Очень-очень-очень смешно, очень напрягает, прям это очень скилловый мув. Я поражен. Блин, твою ж медь. Во имя правосудия. Во имя правосудия. Что вам угодно. Так, ну давай тогда сюда финда. Еще финда. А вот зиггуратов не хватает. Ладно, выманиваем, пробуем. Народу, конечно, мне маловато будет. Ну и лемы какое-то время потанкуют. Да и обсидианки, в общем-то, есть, что тоже упрощает задачу. Нужно построить зиг, живые наступают. Приступаем. Нужна моя помощь? Огласите приговор. Книга опыта отлично. Ваш вердикт. Кто вам угодно. А вот элемы-то уже сейчас и третьи будут. Нужно построить зиггурат. Сколько можно строить зиггурат? Жизнь за нас напали. Ну же, приказ. Огласите приговор. Ваше решение. Крипинг пока идет нормально. Что вам угодно? Постройка завершена. Постройка завершена. Нас к смерти. Так.
Следуйте указаниям. Огласите приговор. Амулет маны шикарный девайс. Просто шикарный. Леса не хватает. Ох. Ты ж. Что вам угодно? Сразу ботиночки. Ну же, приказывайте. Если надо взять. Одного, пожалуй, я финда отсюда возьму. Ну, чтобы если у него там еще есть деньги, и появится желание снова по троллить. Надо только без архмага качаться. Ваше решение. По возможностям. Что вам угодно? Так, МК. И с первой частью. Ну, из прошлой игры. Блин, без архмага вообще как-то печально драться. Ну же, приказывайте. Знаете. Но надо ведь. Все ясно. Огласите приговор. Асфалана. Огласите приговор. Ваш вердикт. Ваше решение. Огласите приговор. Суд будет быстро. Некуда кнопку. Сфера льда. Две арбы. Ой. Ваш вердикт. Ваше решение. А у меня нет этого. И нет сетки. Ну потому что леса не было, я сетку. Давайте разбираться. Раз. Два с... Архмагу точно арба рейнджовая. Шаркатака, видимо, сейчас убивают. Ой, как же мне шреддер-то нужен, а? Вы бы знали. Ладно. Возвращаемся в центр через големов. Попробуем взять. Ну что, что делать, что делать? Лес тебе нужен, шреддер тебе нужен, дестройеры, всякие кастеры. Много чего нужно. Нужна моя помощь? Жду указаний. Что вам угодно? Огласите приговор. Так, опять же архмага надо уводить было. Тут, естественно, клэп. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Все ясно. Суд будет быстрым. Все ясно. Некуда плакать. Чем бы заняться? Медаль храбрости — это сила, да, сила разум. Хил не с той стороны работал. Ну, будет. В общем, ничего нового. Да будет. Ваш вердикт. Так, хорошо, ты пропиваешь. Идем сюда. Делаем так. Ну же, что вам угодно. Грейды на атаку нужны, но это все упирается. Все ясно. Что вам угодно? Огласите приговор. Исследование завершено. Во имя правосудия. Блин, не успел. Черт, отданпила не успел. Отданпила не успел уйти варькой. Какой шредера нет. Это кто? The Perfect Life. Продается. Ох, продается медаль. Варе, скорее всего, передам. True Shot. Наверное, даже пока субимаска будет полезнее, чем медалька обычная. Ты за ботинками. Варе, ждем. Грейд делаем. Завершено. Нужна моя помощь. Приступаю немедленно. Закупочку можно сделать. Что-то миллион финдов. О, рестор. Блин. Отлично. Приступаю немедленно. Я дождусь. Чем бы заняться? Я дождусь шреддером. Все таким. Ты еще не видел меня в бою? Какой молодой этот. Чем бы заняться?
Так? Ты еще не видел ну же, меня приказ. В бою? Сайленс еще. Соблазнительный, конечно. Крайне полезная штука. Но не для меня. Слишком медленный. Так, давайте освободим вот эту центральную. Потом, скорее всего, на Perfect Life пойдем. А, и надо было вообще сапоги еще вторые купить. Но слотов нет. Ну, Архмага есть, в общем-то, у него есть возможность продать, скажем, вот так вот. Ему отдаст вот так вот. И ты купишь так вот. Варя выходит. Закон, это я. И, конечно, очень страдает. Никакой маски смерти не надо нам. Ваш вердикт. Да, видите, здесь не закреплены еще. Очень хорошо. Исследование завершено. Подходим, вызываем. Да ё-моё, ну что ж вы толпитесь-то так, а? Все, уходим. МК-3. Берем Акалита, берем. Гулик. Все силы, Варден. Огласите приговор. Куда он улетит? Паразит. Дракон улетел. Просто взял, улетел. Но он вернется, как рано или поздно, но. Он вернется. Жду указаний. Чем бы заняться? Аспалана. Огласите приговор. Что-то перебор по свиткам, мне кажется. Жду указаний. Ваш вердикт. Пять мозга смерти. Огласите приговор. На продажу. Давайте Perfect Life будем пытаться убить. Для этого вроде как даже все есть. Ставим базу. Гулей тут сольем. Кастеров надо еще добавить все-таки. Вышек много. Но пробить можем. Нужна моя помощь? Жду указаний. Все ясно. Исполняю приговор. Если бы еще обсидианки подошли, было бы вообще шикарно. Так, телепорт пошел, это настораживает. Неужели будет сражаться? Так, чуть-чуть перегруппируемся. Варечка! Что ж ты делаешь, ты родная? Все нормально, сражаемся. Как? Ходи. А, вон там что. Чем бы заняться? Указание. Суд будет быстрым. Ваше решение. Огласите приговор. Хорошо. Надо. Постройка завершена. Постройка завершена. Мы пробили. Как ни крути. Огласите приговор. Нужно, приказывай. Согласен. А кто мне нужен-то вообще? Кто мне нужен? Пара банши. Давай сразу грейды. Просто все грейды делаем. Грейд на армор. Пригодился бы. Тут можно кладбище запилить второе. Шида нужна. Вот против Блейдмастера, например. Для этого лес нужен. Все ясно. В центр бы сбегать. Может быть, кстати, Варьку прокачать пока на третий блинк. Для того, чтобы она могла ошибиться спокойно. И быстро, и безболезненно. Ну пофиг, что она ничего, кроме этого, не будет уметь. Но... Так, это перебор. Давай Sacrificial Pit. Сколько? Господи, вы... По-больному просто. Ваш вердикт. Или не дело, дело делать. Там третьи ножи, например, и... Указание. Давай. Закон, это я. Огласите приговор. Исследование завершено. Раз-два, три. Ваше решение. Просто оно будет дольше жить. Ничего себе просто. Это аж отлично вообще. Суд будет быстрым. Живые наступают.
Приступаем. Еще один амулетик. Молодец. Чего желаем? Что вам угодно? Достаю еще, наверное, повтыкаю. Так, это чушь, это чушь. Живые наступают. Ловкость разум. Надо медальку ей. Ой, да как? Он отстроился, взял, отстроился. Так, давай-ка, варь, назад. Это прям нехорошо выходит. Я думал, там остатки просто пришли харасить, а тут оказывается вот оно что. Грифонов что-то многовато. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-нет. Во имя правосудия. Ну, приказывай. Что вам угодно? Сакрифайшл. Снова. Ну же, приказывай. Нужна моя помощь? Да. Снова базу ставить. Увы. Нужна моя помощь? Ну же, приказывай. Ну и к нему идти сейчас нужно будет на мейн. Не расстраивать немного количество. Так, а давай-ка мы передадим Варьке. Ну вот, все, она теперь жирная, как... АМК наоборот. Не, не пойдет. МК, наверное, да манку дать тоже. Один амуль. Варя же должна шопиться, типа, правильно? Правильно. Вот и пусть шопится. Все ясно. Во имя правосудия. Пусть шопится. Корона королей. Еее. Король королей. Я жажду служить. Четырех рабочих сюда. Надо, надо, надо убивать. Надо, надо, надо идти убивать. Даже так. Нехило ты. Вообще фокус хороший. Ваше решение. Что вам угодно? Ой. Да, да. Ну же, приказ. Должен быть. Клэп, молоток, давай, начнем. Минус один. Ну, там блейд дикий. Да, я сжал. Да, ясно. Валим. Ваше решение. Да дичь. Просто я решил не контролить. Чего желаем? Давай. Меняемся. В который раз. Закон это я. Во имя правосудия. Закон это я. А чё МК не лечился, скажите, пожалуйста. Суд будет быстро. Ну я архмага зря отдал. Вот это прям вот ошибка была дикая. Так, что делать? Ну что, восстанавливаем АЭМа. Парочка банши лишними не будет. Свиток must have. Эту хрень надо... Скорее вот эту даже. Она менее полезна в данный момент. Надо к мортирам прорваться с третьими ножами. Скуримин поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Варьке на корону. Варьке на корону. Спасибо за саппорт. Так, сюда. Вообще я могу шейд раскидать. А, он идет. Он идет. Так, выходит АМ. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Закон это я. Да? Да ё-моё, что ж такое-то? Наш герой. Тыкает в героя, всё, и... Ваш вердикт.
Нет, нет, нет. Твою ж медь. Ладно, Варя прокачается лучше. Ваше решение. Все ясно. Завершено. Да свершится правосудие. Вы указаны? Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Я же говорил. Жду указаний. Что ты хочешь? Приговор. Так. Восстановим МК в другом месте. Ну, здесь в таверне. Исследование завершено. Гном побежит затариваться. Вы сюда атакуете. Наш золотой. Суд будет быстрым. Ваше решение. Я жду. Да, клево. Чем бы заняться? Ваш вердикт. Ты еще не видел меня. Ох, корона еще одна. О, хамуль еще один. Ах, хочу. Ну ладно. Ой, да ладно. Назад. Тихо. Стоять бояться. Ваше решение. Закон это я. Так. Ну ок. Ну чего тут? Ресурсы не копятся. Вот этот самый главный трабл говорит о том, что я слишком много сливаю. Хотя и без этого сигнала можно было догадаться. Все, телепорт. Ты его одна из последних добывающих, поэтому надо. Ваш вердикт. Что вам угодно? Где прольется моя кровь? Как-то так. Ой, да ладно. Прям так? Чем бы заняться? Надо. Ну же, приказ. Все ясно. Его много. Ваш вердикт. Указание. Сколько можно-то, ну? Что вам угодно? Постройка завершена. Стройка завершена. Сколько можно? Постройка завершена. Героев отдавать. Постройка завершена. Ваш вердикт. До указаний. Во имя правосудия. Ваше решение. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Ну это какой-то. Какой-то серьезный барсук. Наш золотой скоро. Постройка завершена. Обрушился. Постройка завершена. Огласите приговор. Постройка завершена. Во имя правосудия. Постройка завершена. Закон это я. Все ясно. Исполняю приговор. Суд будет быстрым. Все ясно. Суд будет быстрым. Но меня-то не проведешь. Закончилось бабло раз. Одного рабочего сюда, два. Сейчас надо очень-очень внимательно играть. Прям очень внимательно. Ты увидишь все. Куда ты пришел? Давай ультуем. Ну же, приказывай. Что вам угодно. Здесь обязательно прикрыться. Да. Что сделано? Что вам угодно. И лечимся. Даже не хочу из лимита 50 выходить теперь. Что ты хочешь увидеть? Да. Окей, здесь не хватает магазина, во-первых. Да, и парочка зигуратов. Здесь, да. Я буду твоими завершена. А это реинфорсмент уже, ничего себе. Хорошо, значит, нужно для начала тогда добить этого товарища. Кто-то хочет подраться. Дорогу! Расступись! Дорогу!
ММК отпивается как может. Варден, кстати, тоже не мешало бы так сбегать. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Закон — это я. Другое дело. Он восстанавливает блейда своего. И не... Что вам угодно? Демонстративно сейчас мимо прохожу, это такой... Да, красавчик. Вот не надо было... Закон — это я. Золотой рудник обрушился. Жду указаний. Ну, возьму хотя бы... Хотя бы что там. Все ясно. Закон — это я. Все ясно. Суд будет быстрым. Я жду. Нужна моя помощь. Во имя правосудия. Самое главное вот здесь укрепиться. Прольется моя кровь. А дальше уже по обстоятельствам. Исполнится. Да, постройка завершена. Исполню с радостью. Но мне кажется, не дадут это сделать. Чего желает мой повелитель? Что вам угодно? Ваш вердикт. Ладно, поехали. Наша ясно. Закон — правильная у тебя цель. Суд будет быстрым. Да. Закон — это я. Ну же, приказывай. Ваше решение. Что вам чем угодно? Аспалана. Все ясно. Справедливость восторжествует. Суд будет быстрым. Бегаем. А вот тут беда. Тут реинфорсмент пришел. Ну же, приказывай. Что вам угодно? Я хочу его отогнать. Да. Живые наступают. Нужна моя помощь. Ваше решение. Да. Отличная ульта закончилась. Суд будет быстрым. Короче, поставить эту базу будет не так просто. Асфалано. Ваше решение. Инфа соточка. Что? Хотя там герои такие нелепые. Будет склоняя жажду. Я буду пробовать. Нужна моя. Не выходя при этом из лимита, да. Что вам угодно. Суд будет быстрым. Надо еще на каждой базе ставить кладбищем. По дефолту просто. Что вам угодно. Асфалано. Все ясно. Ой, да ладно. Моя помощь. Согласен. Огласите приговор. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Напали. Понял. Огласите приговор. Закон — это я. Когти плюс 15. Ну кому они нужны? Когти плюс 15. С ни одного человека с более-менее нормальной скоростью атаки. Свет тайминговый. Люблю его. Грейвьяр главное поставить. Да, повелитель. Уже будет неплохо. Ваша воля исполнится. Нужна моя помощь? Да. Ваш вердикт. Ну же, приказывай. Чего желаешь? Я готовлюсь. Жизнь за Нерзума. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. А газ бы еще. А, и вот здесь надо базу поставить, точно. Вот как раз там же 1005 осталось от того товарища. Так и бегай, бегай, бегай. У тебя халявный блинк, ты переучивался не для этого. Грейды доделай. Кстати, грейды. Хорошая тема. Полезная. Постройка завершена. Постройка завершена. Хорошо. Нерубочки пошли. Вышки пошли. Постройка завершена. Постройка вышки завершена. Пошли, нерубки пошли. Тихо. Ой, там корона, блин. Постройка завершена. Да твою ж медь, что у тебя, два хекса, что ли? Постройка завершена. Приговор. Во имя правосудия. Жесть. Постройка завершена. Постройка завершена. Закон — это я. Суд будет быстрым. Ну же, приказывайте.
Телепортируйся. Ну, бас. Ну, ясно, и там кто-то стырил уже. Да твою ж медь! Понятно. Она покупала корону. И тут атака тайминговая. Кто нарушил закон? Огласите приговор. На нас напали. Я к вашим услугам. Ах ты скотина, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять 25! Прыгай, 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 прыгай. Ну. Твою ж медь. Да я тебя... Вообще без экспы, чувак. Ну просто, просто нулевый пришел. Как меня это бесит. МК, держись, короче. Давай. Все тебе. А, нет, 9-й левел там есть. Давай так. Ой, передал что там. На, скотина. Че передал? Эликсир неуязвимости. Спасибо. Жесть. Просто жесть. Все, нет денег. Даже мне на героя не хватит сейчас. Купить. Что? Тут Крео еще строится. Ох, нельзя так. Ребят, может починим, а? Крео с этими свышками. Нужен ли архмаг? Ты не нужен архмаг. Будем в алтаре его восстанавливать. Еще одна обсидианка. Класс. Давай дистра, что ли, сделаем тогда. Хоть хекс будем диспелить. Я буду твоими глазами. Постройка завершена. Варьки бы. Постройка завершена. Короче, сейчас нужно сидеть тише воды, ниже травы. И так аккуратненько, 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 аккуратненько. Все ясно. Подкопить себе жирок. Ваше решение. Позакупаться. Все-таки. Позакупаться. Огласите приговор. Здесь грейвярд, кстати, тоже поможет отбиваться. Грейвярд вообще топич. Здание получается. Когда ваше есть Варден. Закон это я. Суд будет завершен. Так, надо понять, как не отдаваться. Огласите приговор. Еще не видел меня в бою. Асфалано. Разжигать, сражаться с верхним. Ваш вердикт. Жду указаний. Какая грязь. Да ладно, опять что ли? Ясно. Да, опять 25. Закон это я. Все ясно. Во имя правосудия. Все ясно. Во имя правосудия. Некуда класть. Окей. Ваше решение. Кого можно убить? Асфалано. Финдов убей. Именем закона. Жизнь. Лучше рабочего запилить. До высших добавить. Надо научиться вот с текущими героями добиваться результатов нормальных. Все ясно. До указания. Во имя правосудия. Чини. Постройка завершена. Огласите приговор. Так.
Нужна моя помощь? Архмаг вообще нулевый. Я думаю, надо вкладываться в шейды. И сделав разведки на... Так, давай реально сделаем шейдой. Шейд много. Много шейд. Шейдец. Вот, и разлетимся. Ну же, приказывайте. Так, Архмаг, возьми инвул. Большой инвул, на полминуты инвул. Где прольется моя постройка завершена. Зачет. Постройка завершена. Да будет так. Нужна моя помощь? Рестор. Ну, хотя для Маунтин Кинга можно взять Блинкдаггер. Ну же, приказывайте. Что вам угодно. Да. Ваше решение? Чутка подожду. Я жажду служить, склоняясь вперед. Нужна моя помощь? Да, 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 конечно, конечно. Тайминговый свет. Великолепно. Постройка завершена. Ой, какие классные у меня соперники, конечно. Очень классные. Лучший. Да, 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 продолжай светить. Продолжай. Ты не слушаешь стрим, я понимаю. Ваш вердикт? Все ясно. Во имя правосудия. Да. Нужна моя помощь? Они возвращаются. Согласен. Чего желает? Жизнь завершена. Эрзула. Приказывайте. Кстати, куда шейды-то уходят у меня? Склоняюсь перед что вам угодно. Куда уходят шейды? Ну же, приказывайте. Проклятые возвращаются. Сейчас узнаем. А, вот они. Я иду. Ты иди. Раз. Два-с. Три-с. И четыре-с. Станет явным. Что вам угодно. Опа. Два косаря. Можешь захватить кого-нибудь? Большой. Развиться, купить ставку. Нужна моя помощь? Построить город. Что вам угодно. На нас напали. Я буду твоими глазами. Тихо, 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 тихо. Где прольется моя кровь? Ты увидишь все. Золотой рудник скоро иссякнет. Что ты хочешь увидеть? Я посмотрю. Грифончик впилит. Гад. Я буду твоими глазами. Но грифончик впилит. Я. Что вам угодно. Пять когтей. Да. Так. Все. Что мы будем с этим делать? Грифончики не страшны. Что с ними делать? Склоняюсь перед. Изи просто убиваются. Да. Нужна моя помощь? Может, мид-вегоны какие-нибудь с массовым телепортом, с шейдами. Да, как раз против грифонов мид-вегоны должны очень хорошо зайти. Я думаю. Что вам угодно? Что ты хочешь увидеть? Нужна моя помощь? Интересно. А, слушайте. Ну же, приказывайте. Хватит. Асфалано. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Слушайте. Во-первых, я не знаю, кого. Ну же, приказывайте. Кто опаснее из них. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Кто из них опаснее? Здесь бы защиты добавить. Прольется моя служить. Да орк, мне кажется, только и ждет. Свершится предначертанное. Да, повелитель. Да. Чтобы я развязал бессмысленную войну. Да будет. Мне по-хорошему надо проверить еще, как распределились центральные базы. Потому что если у орка 3, то это уже плохо. Кольцо плюс 5. А вот колечко плюс 5 я бы приобрел. Ваш вердикт. Даже вот так вот оно лучше, чем Evasion. Ваше решение. Живые выступают. Я буду твоими глазами. Это топич, я считаю. Нужна моя помощь? Ой, злой Архмаг.
Нужна моя помощь. Я не знаю. У меня нет информации, я не знаю. Ну, что делать? Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Да. Проверим сюда, сбегаем. Постройка завершена. Попробуем по-быстрому это подобывать. Посмотрим, чья это база. Постройка завершена. Воу-воу-воу. Понял, понял, был неправ. А, тут тоже орк. Тогда Хьюстон, у нас проблемы, кажись. Да будет так. Постройка завершена. Надо воевать с орком. Превосходно. Постройка завершена. Серьезно? Нужна моя помощь. Чем вы занялись? Нужно приказывать. Да, только... Нужна моя помощь. Тут жесть просто какая-то. Ваше решение. Чем вы огласите приговор. Тихо. Куда я зашел? Зачем я пришел? Почему я туда пришел? Непонятно. Ну, я увидел орка, понял, что у него три базы, понял, что с орком нужно что-то делать. И попытался что-то сделать. Это что-то было не очень. Я жажду служить. Хорошо, допустим. Допустим. Тебе нужно убить орка. Изи. Как? Митвегены, конечно же. Митвегены и некросы и вперед. Пусть он там мается, убивает. Ваша воля исполнится. Там у нас Дуркарус. Да свершится предначертанное. Очнулся. Нужна моя помощь? Ну же, приказывай. Не, ну я не забуду ему двух хотменов, которые он пустил и посмеялся. Нужна моя помощь? Да, плюс ТП массовый, да. ТП массовый против там Хекса, Импейла. Что вам угодно? Полного фарша. Огласите приговор. Ну же, приказ. Так, Аркмагу передадим пока так. Будет у меня и магазина-то нет, да? Нужна моя помощь? Что вам угодно? Ту-т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 у. Да, наверное, стоит потихонечку развязывать. Что вам угодно? Склоняюсь перед вашей волей. Стоит. Стоит. Нужна моя помощь? Постройка завершена. Да-да-да. Согласите приговор. Все ясно. Поехали. Раз, два, три. Раз. Ваше решение? Суд будет быстрым. Во имя постройка правосудия. Постройка завершена. Суд будет быстрым. О, амулет всполучил, это можно взять. До указаний. Варя тоже против Хекса. Зайдет неплохо. Нужна моя помощь? Да будет так. Что вам угодно? Так, поехали у нас. Некросы. Постройка завершена. Еще Митвеган. Постройка завершена. Еще Митвеган. Что вам угодно? Так. Жду приказаний. Думаю, этого количества хватит. Служит тебе. Какова воля тени и казаний? Мертвые ждут. Так. Жду приказаний. Что вам угодно? Мертвые. Свитков, правда, нет. Превосходно. Ну и ладно. Жду приказаний. Как там выгружать? Да? Собираем трубочки. Ну же, приказывай. Ну и плюс еще Митвегана в том, что они как бы стреляют ведь. Сидж, все дела. Что ты хочешь? Жизнь за Нерзу. Сдаю рабочих. Где прольется моя кровь? Сдаю рабочих. Жизнь предначертанная. На нас напали. Я жажду служить. Что вам угодно. Так, ну давайте я действительно пока слетаю сюда. Ну же, приказывай. Да. Чтобы он не отвлекал. Ну же, приказывай. Так, он тоже тут рабочих в бой. Мертвые служат тебе. Ну же, приказывай. И он увидел, собственно, что у меня тут
творится. Зачем мне, правда, этот? Хотя против спиритинга хорошо. Давай, раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Идем телепортом. Вызываем элемов. Вызываем ульту Варьки. Кстати, ульта Варьки-то тоже. Хорошо. Трупы поднимает. Ну, в смысле, использует. Давай, дроп. Пол. А может быть, скелета включим сначала еще? Раз. Два. Три. Четыре. Давай, так. Полный фарш идет. Ваше решение. Ваш вердикт. Нужна моя помощь. Наверное, надо этого убивать. Кого угодно. Огласите приговор. Нужно приказывать. Будет исполнено. Аспалана. Ваше решение. Жду указаний. Суд будет быстро. Чем вы занят? Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо. Закон это я. Что вам угодно. Так. Огласите приговор. Видел меня в бою. Ваше решение. Не-не-не-не-нет. Отлично. Ну же, приказывайте. Ты еще не видел меня в бою. Нужна моя помощь. Ну, это была славная битва, я не понял, что произошло. Ну же, приказывай. Нужна моя помощь. Но лимиты, кажется, у него было все-таки побольше. Выходим из лимита. Ставим точку сбора. Деку опять же убили у него. Мне единственное, что не понравилось, это... Чем бы заняться? Нужна моя помощь? Это то, что я слишком много лимита слил в принципе, то есть... Если бы напал еще одновременно с этим другой товарищ, было бы сложно объяснить, как так получилось. Так, ну Митвегана сейчас приджонится. Тележка на хил летит. Ох, долго она будет, конечно, хилять. Собираем трупы. О, это он светит. Ой, спалился я, спалился, друзья. А лечить нет, не будем. Что вам угодно. Ну же, приказ. Вот, сейчас я подставляюсь. Серьезно, подставляюсь. Нужна моя помощь. Потому что это дает повод... повод на меня напасть. Ну, в принципе, есть у меня тут секретное оружие. Что вам угодно. Шейда на мейне. Может, и сыграет. Ну же, приказывайте. Что вам угодно. Нужна моя. Убей героев и воскреси, говорит Хав. Что вам угодно. Такой добрый, в общем. Старый добрый Хавк. Да. Нужна моя помощь. Мертвые служат тебе. Да. Ну же, приказывай. Ну что, я пошел потихонечку. Да. Что вам угодно. Нужна моя помощь. Главное сейчас не забыть поставить. Ваш вердикт. Что вам угодно. Ну же, приказывай. Чем бы заняться? Тихо, 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 тихо. Нет, аккуратней. Аккуратней. Не лезь. И полез, да? Ладно, поехали. А где там МК-то? Ё-моё! МК, конечно, встрял нехило так. Жду приказания.
Ребята, ну бой, ну... Ну и да, и тот нападает. Ладно, поехали. Я так по крайней мере... Ой-ой-ой-ой, ой, не успею. Нет, Варя. Ух, улетело. Ну, правда, не только лишь все улетели, да, тут. Как вы понимаете. Но микс-то правильный, на самом деле. Он хорошо сейчас зайдет. Да хватит вызывать, успокойтесь уже. Ну, вызывались уже. Вот, и понимаете, в чем сложность основная заключается? Два бобра, точнее, барсука. Они же меня сейчас будут вот так вот. То есть ты сюда придешь, тот придет к тебе. И ничего потом не доказать. Ой, 9 косарей. Надо бросать просто нижнюю базу. Передислоцироваться на верхнюю. Надо было тебе ТП купить, Вась. Ну, конечно, конечно. Конечно, ты лучше. Нет, блин. Вот есть еще отвлекающий фактор. Что ты, мол, там пока с одним, другой так вот себя ведет. И что делать с этим, не ясно. Сейчас еще... Я без ТП, класс. И сверху, и снизу. Ну, вот. Да, давай, прими решение. Прими решение, сдаваешь эту базу, отбиваешь эту. Как я ту отобью? Как не отобьешь эту базу? Ну, никак. Да и это, в общем-то, никак. Продавай тогда. Наша воля исполнится. Ты еще не видел меня в бою? Отлично. Мертвые служат тебе. Чем бы заняться? Уважаем. Ты еще не видел меня в бою? Приступай к приказу. За Хазмада. Жду приказаний. Просто обожаем. Ну же, приказывай. Чем бы заняться? Как бы отдельно одного, отдельно второго. Изи. Просто изи. Ну это ж барсуки-то вдвоем лезут. Понимаете? Вообще прилетели отлично. Короче, я пытаюсь свалить, пытаюсь. Это телепортируется. Мне не остается особо никого, да? Минус две базы. Тут лимитик. Бывает. Клэп для устрашения? Да, клэп слоупочный был, я думал, что жук не отступит. Он... Мертвые ждут. Жду приказания. Но спасибо, что заметил, да, это тоже помогает. Да. Мертвые ждут. Блин. Так, думай. А что думать-то? Да. Надо сейчас затихнуть. Попытаться восстановить хотя бы пару баз. Мертвые служат, они ждут. Хотя бы пару баз. Ориентировочно эту. Там больше. Нужна моя помощь. Жду приказаний. Мертвые ждут. Жду приказаний. Там больше бабла, кажется, осталось. Ну, короче, я не вижу смысла уже лезть, на самом деле. Потому что там где-то 1006 осталось всего. Защищаться исключительно некросами и кладбищем. С
мне нужно просто обсидианки и несколько некросов. Как только подходят, мы из кладбищ вызываем. Плюс еще кладбища помогут. Ну, такой метод, знаете, бомжи метод. И терпеть. Что вам угодно? И терпеть. Так, жду приказания. Ну же, приказывай. Жду приказаний. Шейдана нужна. Что вам угодно? Так. Ну же, приказывай. Постройка завершена. Есть. Завершена. Сейчас, видимо, вторая будет завершена. Еще. Класс. Постройка завершена. Да-да-да, масс-шейды. Ну, масс-шейды там варды, понимаешь, и вышки, с, которые светятся. Это не очень хорошая идея, Дантал. Что вам угодно. Не очень хорошая. Ну же, приказывайте. Я под хороший орков, что он все равно топовый здесь, по экономике, по крайней мере. Ваше решение? Да. Постройка завершена. Ну же, приказывай. Постройка завершена. Ну, 6 косарей здесь есть. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну же, приказывай. Постройка завершена. Да. Что вам угодно? Жду приказания. Ладно, ТП не пропустить. Постройка завершена. Если он будет. Ну, скорее всего, они сейчас как раз вдвоем. Нет, не вдвоем. Тихо-тихо-тихо. Почему ты не телепортировался, Михаил? Вот скажи мне. Еле-еле же ушел. Успели убить. Надо здесь прогрейдить эту штуку. Жду приказаний. Ну же, приказывайте. Что вам угодно. Хорошо, это был первый, у которого не СХ и жук, а просто жук. Жук, ДК и прочее. Его, кстати, нужно стараться убивать. А, вот оно как. То есть он в курсе был про мою базу. Окей. Какова воля тени? Что вам угодно? Может, варки, в смысле, архмагу пока не поздно передадим. Раз уж у него ТП, пусть он... Во имя правосудия. Ну же, приказывай. Будет с амулетом Spell Shield. Да будет так. Мертвые служат. Хорошо. Что вам угодно? Ладно, ну, хорошо. На нижней базе все равно оставалось 2000 всего. Поэтому смысла возвращаться туда нет никакого. 998. Ай. Огласите приговор. Чем бы заняться? Ваше решение? Да. Ты еще не видел меня в ну, бою? Ну, приказывай. Нужна моя помощь? Да. Добро. Что вам угодно? Асфалано. Нужна моя помощь? Так, теперь... Какова воля тени? Ну же, приказывай. Теперь попробовать сюда перейти. Что вам угодно? Но без серьезной защиты. Нужна моя помощь? Уже не тот, не тот момент, когда защита сможет помочь сильно. Так, архмага я, пожалуй, назад. Эти пацаны все равно на блинке смогут уйти. Север пустой, занимай нычек. Там нет пустых баз. С очень высокой вероятностью там нет пустых баз. То, что отображается, это... Ну, проверить-то лишним не будет в любом случае, но такого понятия, как пустой север, ФФА, как правило, нет. Так, пусто. Пусто, пусто, пусто. Ну, может, пропереть, конечно. Ну и дальше, не стоит объяснять, что дальше с меньшей вероятностью будет что-то полезное. Что вам угодно. Так, архмага все-таки беру, дальше корку двигаюсь. Ну же, какова воля тени? На нычке я поставлю только два кладбища. Боже, опять же, по тем же самым причинам. О, да тут вообще весело. Ваше решение? Да. Ну же, приказывайте. Да.
Надо. Жду указаний. Что могу? Ваше решение? Асфаланал. Ну же, приказ. Ты еще не видел меня в бою? Нужна моя помощь? То есть фиолетового пинчит оранжевый. Это мне на руку. Что вам угодно? Я тогда более-менее спокойно поставлю. Нужна моя помощь? Надо проверить только, какое количество бабла здесь осталось. Да. Будет исполнено. Во имя мать. Никакого. Что вам угодно. Бывает. Ну же, приказывайте. Нужна моя помощь? Асфалано. Да. Что вам угодно. А, нет, я убил как раз оранжевого героя. Что вам угодно? Ой-ой-ой-ой. Так, грейвьярды, 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 это мое все. Раз, два, три. Завершена. Ваша воля исполнится. Какова воля тени? Светит меня. Убиваем. Так. Такова воля тени. Трех оставим здесь. Какова воля эти идут сюда. Чего желает? И трех рабов. Так. Еще хочу грейвьярды. И ладно, парочку зигуратов. Все равно потом продать можно. Главное эту базу защитить помощь? Хотя бы немножко. Ладно, три зигурата поместится. А будут трупы, будут скелеты. Ну же, соответственно, защита. Жду указаний. Ваше решение. Варька почти десятая. Какая молодец. Ой. Мертвые служат. Жду указаний. Чем вы заняты? Дорогу! Ваш вердикт. Да, я... Мертвые ждут. Я потерял две обсидианки, во-первых. Какова воля тени? И этот товарищ, видите, сейчас на меня уже ходит. Постройка завершена. Постройка завершена. Моя кровь. Постройка. Это прикольно. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Кот орет. Огласите приговор. Сейчас хочу у Хумана здесь проверить базу. Асфалон. Ага. Я понимаю, что здесь маловато всего, но почему нет? Живые наступают. Вот это плохо. Жду приказаний, служат тебе. Какова воля тени? Жду приказаний. Мертвые ждут. Ваше решение? Блин, какая жесть. Ваш вердикт. Стройка завершена. Дорогу! Просите приговор. Ну же, приказ. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Не, нельзя. Да будет живые наступают. Увы, нельзя. Увы, там соточка. Что вам угодно. Ну, а я не готов. Так. Что вам угодно. Так. Развалилось, конечно, все прям в нулину. Капец. Ну же, приказывайте. Привет из Six Paradise. Согласен. Half-Life, да, у нас был Half-Life. Снизу, значит, база закончилась. Что вам угодно? Нет, судя по всему, кроме этой нычки ничего особо не светит. Нужна моя помощь? Да будет так. Светит меня, Хуман. Какова воля тени? Жду приказаний. Мертвые служат. Ну же, приказывай. Какова воля тени? Что вам угодно? Стоп. Ну же, приказывай. Подлечимся чутка. Что вам угодно? Чем вы заняться? Грейдани скелетов весь часик просит. Да, кстати, это еще можно сделать. Деньги позволяют. Какова воля тени? Твои служат. Что вам угодно? Ну, сейчас задача мне другая. Орку не давать эту базу ставить. Ну, то есть максимально харасить и... пытаться ее законсервировать. Ну же, приказывайте. Согласен. Что-то не выходит вообще. Нужна моя помощь. Там много всего. Да. Прям очень много. Ты еще не видел меня? Так поподрезать, конечно, можно. Согласите приговор. Так. Превосходно.
Нужна моя помощь? Да будет так. Превосходно. Там Койл нового. Что вам угодно? Ну же, приказ. Хелен Варды там. Да жесть, это форменная. Что вам угодно? Форменная жесть. И это последняя база для него, оставшаяся тоже. Моя помощь? Ёшки матрешки. Ну, молоток. Так, 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 так. Ну, давай. Раз, два, три. Да, да, клево. Капец. Сделаю-ка я здесь грейд на следующий тир. Орка Варды в центре. Он видит. Но я тут в одной из самых слабых вообще позиций, просто потому что у меня денег меньше, чем у них. По юнитам выщелкивать. Ну, нижний хуман, он как раз не очень, потому что у него значительно более слабые герои. Ну, у него жук, бестмастера и СХ. СХ 7 не очень высокий, так скажем. Ой, а вот орк очень опасен. Прям очень опасен. Мертвые служат тебе. Ну же, приказ... Да хорош. Приказаний. Что вам угодно? Кого воля тени. Согласен. Орка много, во-первых. Ваш вердикт. Жду приказаний. Ну же, приказывай. Мертвые ждут. Нужна моя помощь? Прокачка у него клевая. Ну там 10-й левел. Да. Что вам угодно? Кого воля тени. Наверное, стоит сделать еще одну обсидианку. На дестройера. Возьмем. Орка самое слабое звено — это ДК. Хотя, если посмотреть на баню... Нет, баниш его не сможет, конечно, спасать. Что вам угодно? Заливать его Близзардом. Да. Против Койла третьего импейла. Ну же, приказывайте. Я не думаю, что какие-либо... Я не могу сейчас выйти просто к орку и как бы сказать, что он не прав. Да. Просто он мне объяснит, будет исполнено, что я не прав. Да будет. Я могу какие-то... Такие точечные удары делать. Ну же, и надеяться, что как бы прокатит. Какова воля тени? Исключительно точечные. Найти, например, где у него мейн. Ну же, попробовать. Согласен. Запилить его. Этот мейн. Ну вот так. Докачаться хотя бы до 10-го. Вот здесь у него хорошо тоже всем. Огласите приговор. Аспалано. Да что ж ты, ну, что ж я не бью-то, ну. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Вот отвлек. Немножко, но отвлек. Уходим. Что вам угодно? Уходим, уходим. Так. Виверн пилит. Видите, как огромное количество бабла у него, конечно. Огромное. Жуть просто. Просто жуть. Все ясно. Во имя правосудия. Чем бы заняться? Так можно подрезать, конечно. Можно, можно. Да будет так. Ваш вердикт. Все ясно. Аккуратненько только. Превосходно. Аспалано. Суд будет быстрым. Все ясно. Убил, убил. Вот, ну и в результате минус 5 виверн, минус несколько вышек, и все это за телепорт. Удобно, удобно. Выгодно очень. Напасть ему сложно, потому что как только он будет нападать, тут сразу скелетом из этой штуки полезут. Я должен отковыряться. И опять же, денег на карте, скорее всего, уже нет. Можно, конечно, вот эту нычку проверить, но это маловероятно. Там просто она осталась из-за того, что... Да. Шейду лучше все-таки сделать. И постараться ее не терять.
чтобы варды системно уничтожать. Взять с собой Шейду и как бы бегать, убивать. Нужна моя помощь. Можно попробовать в арке еще один слот купить. Будет из... Грейды, да, надо доделывать. Сейчас, кстати, спалился, скорее всего, на Шейде. Ой, в смысле, на варде. Да. Ну же, приказывайте. Превосходно. Согласен. Давай так. Так. Золотой рудник. Ой, не-не-не-не, нет, 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 нет. Раз, два. Что вам угодно? Ваш вердикт. Чем бы заняться? Да. Кстати, я что... Это самое, я просто его... Его уже просто замочу. Прыгай. Молодец. Красавчик. Огласите приговор. Архмаг, не подрезай. Что вам угодно. Все, взял, так и убил. Что ты хочешь увидеть? Неплохо, очень даже. Решение? Прям вот что вам угодно? Нормально все. Да будет, ты еще не видел меня в бою? Указание. Ну же, приказ. Скелеты не грейдятся. Как не грейдятся? Грейдятся. Мертвые ждут. Вон, один-один. Один БММ специалист. Эксперт, я бы так сказал. Сейчас у меня есть пауза, чтобы еще попытаться базу построить. Ну, потому что ДК он должен сейчас восстанавливать. А, что сейчас они не грейдятся? Один грейд готов был сделан. Армор не заказал. Приступаю немедленно. Ну же, приказывайте. Другое имел в виду. Нужна моя. Ох уж это. Плохое выражение мыслей, да? Не точно изъясняется. Склоняюсь, прольется моя кровь. Ну ясно. Нет, плохая идея. Склоняюсь. Да, там вардик стоит, все палит. ДК 10, ё-моё. Мёртвые служат тебе. Ваше решение. Я жажду служить. Да, правильно было, конечно, сначала убить вардик, а потом уже идти ставить. Что вам угодно? Лечимся. Так, что мы имеем? Инка мы ни у кого нет, только одна центральная шахта. Что, в атаку, что ли, попрешь? Огласите приговор. Погодите-ка, ребят. Жду приказаний. Ну же, приказывай. Что вам угодно? Нужна моя помощь. Так, давай-ка ДКУ. Раз, два, три, четыре. Давай-ка сразу за Казмодан. Ну же, приказывай. Турен. Лэп. Так, так, так. Так, сюда бы залить. Бы поднять. Ваше решение. Во имя. Ну что, может и пробьется ведь. Ну же, приказ. Что вам угодно? Ваш вердикт. Закон, это я. А, и там Хуман сразу же. Это скиллуха, я считаю. Ну же, мастерская чуйка. Нужна моя помощь. Не иначе. Чем бы заняться? Ну, все ясно. Жду указаний. Ну, диспель. Во имя правосудия. Закон, это я. Все ясно. Просто мастер. Ты еще не видел меня? Огласите приговор. Закон, это я. Ваше решение. Во имя правосудия. Закон, это чем я. Чем бы заняться? Ну что, не ждали? Аспалано. Так. Огласите приговор. Ты еще не видел меня в бою. Ваш вердикт. Все ясно. Во имя правосудия. Суд. Ах ты ж, ежик. Все ясно. Пожадничал. Нет. Ну, ребята, ну... Чем бы заняться? Ага.
Дорогу! Отлично! Ага! Хорошо. Расступись! Отлично! Заказ, мадам! Ох, как я люблю вот эти вот тоже тайминговые атаки. Они просто меня очень радуют. Это лучшие из атак. Просто лучшие из лучших. Капец. Один и второй. Здрасте. Хуман спас меня? Да ладно, там... Я там отбивался, нормально все было. Орбы тебя расплющу. Ой, понеслась. Изи, одного, потом второго. Что вам угодно? Расплющил. Мертвые служат тебе. Жду приказания. Нужна моя помощь? Ты еще не видел меня в бою? Слотерхаус очень битый. Ну, приказывайте. Согласен. Еще вагон Тауренов. Да все нормально. Во имя короля мертвых. Что вам угодно? Там ДК у него просаживался. Некросы еще были, дестройеры были, герои. Не то что фуловые, но больше половины хитов. Все было хорошо. Ульта в Орденке жила. Что вам угодно? Придумываете вы? Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Дурка Рус пишет. Короче, ты вообще на все чаты, на тебе за спойлеры. Сидит игру, смотрит и рассказывает, что там происходит, и советы дает. Все ясно. Жду указаний. Ну бас. Это как мапхак, понимаешь? Так нельзя делать. Не делай так больше. Зачем с архимагом тележка на ману? Ну видишь, не справляется даже архимаг. Неполная манка. Стояли они вместе с МКОй по тележке. И все равно не получилось. Да. Чего желает мой повелитель? Так. Ну же, приказывайте. Починю немножко. Что вам угодно? Ох ты ж, ежик, прикольно. Да. Жду указаний. Сразу трупы. Да. Нужна моя помощь? Я бы, знаете, начал не с экспанда, а сразу с кладбищ на той базе. Тогда были бы неплохие шансы. Не жду, какова воля тени. Прольется моя кровь. Да, повелитель. Вообще, страты пошли. Дикие. И дела не ждут. Дожить им. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Аспалана. Ну же, приказывайте. Не забывать Близзард вставать постоянно. Нельзя. Как нельзя? Я же... Ой, меня светят. На нас напали. Да. Кто напал? Действительно напали. Ну же, приказывайте. А чё там? ДК-то такой дерзкий. По имя мать. Аспалана. Суд будет быстрым. Больно дерзкий. Ваш вердикт. Я смотрю, вы дерзкий, ничего не боитесь. Жду указаний. Ваш вердикт. Ух ты. Суд будет быстро. Шейду белый. Ваше решение. Что вам угодно. Я пытался дождаться, когда... Ага, дождался. Ай! Наш герой. Ай! Так, быстренько, быстренько, Янкушечку. Янкушечку. Может, ты его в таверне, пока не поздно? Блин. Сейчас очень опасный момент. Давай в таверне. Ну сейчас все, эту базу, если мы защитим, а с грейвьярдами нам это сделать будет попроще. Так, еще трех акалитов, двух.
Здесь сейчас будет масса трупов. Завершена. Ваш вердикт. Ну и тут 5 косарей, у меня 4,5, понимаете, насколько эта база ну же, мне нужна. Но мы двух героев у него убили. Поменяли несколько зданий, кастера на ДК и Blood Mage. Ну и при этом еще как бы тут ого-го поставили базу. Ах, дестройера забыл. Любопытно, что у Хумана осталось. Здесь, пожалуй, тоже два кладбища. Кладбище — это наше все. Круче кладбищ нет ничего. Просто нонс... Да где восстановление-то? Жизней. И маны. Можно за девайсом сбегать. Ну там один слот, видите, есть. Перчатки силы. Ладно, давай, Зиггурат, убедил. Четыре раба накинулись на шахту. Можно убить Шреддера, кстати. Чтобы построить пятого рабочего. Ну же, приказывайте. Мертвые ждут. Да, еще же грейд один остался. Не, не осталось грейдов. Нужна моя помощь? А, слушайте, есть же. Постройка завершится пред начертой. Да. Что указаните? Варика пошла, ХП восстановила, поэтому во может. Все ясно. Закон это я. Все ясно. Ну, в магазин нужен такой. Ой! Тихо! Закон, блин! Твою ж мать! Ну как ты вообще? Как? Завершена. Постройка завершена. Господи, спасибо же тебе, что ты кривой. Завершена. Благодарен. Ну как? У него вардов там нет. Какого лешего он. На, когда полтора часа игры прошло. Да, свет, конечно, свет. Кто это такой умный? Крево или реинфорсмент? Реинфорсмент. Вообще, ну это такая наглость просто. Я в шоке. Я в шоке, дорогая редакция. Какого хрена он полез в центр сейчас? Можете мне объяснить? Вот как? Зачем ему в центр? У него нет денег, ему не нужна закупка. Нафига он полез? Под инвизом причем еще? Ой, грифоны, понятно все. Пошел топ-гейм. Нужна моя помощь? Превосходно. Постройка завершена. Ну же, приказывайте. Ладно, докачиваем. Да. Там же еще орка лимит, понимаете? У этого грифоны-то ладно. Как-нибудь переживем. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Ваше решение. Постройка завершена. Да. Предложим подраться на героях, чисто пусть... Там решит победка. Ты... Что вам угодно? Ой, он подошел. Мертвые ждут. О, так это развод. Воу, многоходовочка. Как ты меня бесишь, а? Ну же, приказывай. Вообще ничего у человека нет. Мертвые служат тебе. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Будет исполнено. А, у него арба есть. Да. Ой, вообще топчик. Лучший просто, самый лучший. Чего браво. Повелитель. Нет. Какова воля тени? Блин, вот. Ну же, и вот не выйдешь, не наваляешь, потому что орк живой. И что я с ним сделаю? Мертвые ждут. Пока надо эту базу докачать сначала. Осталось всего 6 минут. Ну же, приказ. А вот орк. Понимаете, тоже с лимитом, тауреном все дела. Может здесь попродавать, пока не поздно.
Нужна моя помощь? Какова воля тени? Что вам угодно? Капец. Ну же, приказывай. Мертвые ждут. Дела не ждут. Мертвые ждут, дела не ждут. Да свершится предначало. Я пробую тут выиграть еще ресурсов. Нужна моя помощь? Какова воля? Что мне реально нужно... Ой, конечно, 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 ты такой молодец. Господи, за что? За что мне вот такие оппоненты клевые даются? За что? Скажите, дай, дай мне сил, скажи. Твою же сметь, ну... Да блин, ну... Во имя правосудия. Суд будет быстро. Ульта пошла там от беста. Какова воля тени, мне служат тебе. Ну все, выступают. Заказ, мадам. Угу. Огласите приговор. Закон от... Лучшие мои. Ну что, не ждали? Ваш вердикт. Ваше решение. Это вот АПС. Живые наступают. Выступаю немедленно. Указание. Исполняю приговор. Огласите приговор. Ждут. Ваш вердикт. Так, надо быстро архмага в таверне точно. Прольется моя кровь. На нас напали. Склоняюсь перед вашим воином. Я к вашим услугам. Да будет так. Мертвые ждут. Живые наступают. Нужен грейд, нужны зигураты. Что желает мой победитель? Да что вам угодно? Не хватает вас. Огласите приговор. Да. Жду указаний. Что вам угодно? Я жажду служить. Это еще хорошо, орк дальше не пошел. То есть он пришел, убил мне мейн и ушел. Типа успокоился. Огласите приговор. Жду указаний. Огласите приговор. Суд будет быстро. Ну же, приказ. Ой, опасно. Чем вы занялись? Так. Да, битые очень. Так. Живые наступают. Ну же, приказ. Твою же медь, ну что ты такой? Служит, такова воля тени. Отличный телепорт. Склоняюсь перед вашей волей. Ну же, приказ. Постройка завершена. Постройка завершена. Нужна моя помощь? Постройка завершена. Живые наступают. Превосходно. Ваш вердикт. Мертвые ждут. Что вам угодно? Мертвые служат тебе. Ну, там еще орк, который меня тут, судя по всему, добивает. Огласите приговор. Что вам угодно? Какова воля тени? Где прольется моя кровь? Да, что указаете? Потому что его лимит. Ваше решение? Ты еще не видел меня в бою? Чем вы заняты? Этот. Ты еще не видел меня в бою? Казани. Нужно огласите приговор. А, зиггурат. Ты еще не видел меня в бою? И светит хуман еще. Ну, это топич, я считаю. Это лучшие игроки. Только у нас в клубе. Чем вы заняты? Постройка завершена. Что вам угодно? Чем вы заняты? Нужна моя помощь? Блин, МК. Ну
Контроль, не контроль. В принципе, можно молоточку в него закинуть. Стройка завершена. Ваше решение. Закон это я. Огласите приговор. Во имя правосудия. Ваше решение. Суд будет быстрым. Огласите приговор. Ой, конечно, еще один. Давайте. От одного отбился. Следующий чемпионит. Ё-моё, как вы меня бесите, а? Скилловые вы мои, а? Ох, скиллуха так и прёт. Капец. Пытаюсь эвакуироваться. Что вам угодно? Живые наступают. Будет исполнено. Нужна моя помощь. Плохо. Все, минус МК. И это все. Ну же, приказывайте. Я жажду служить. Нужна моя помощь. Как же я вас ненавижу. Как я всей душой просто этих упырей ненавижу. Вы бы знали, просто они бесят меня. Такой тиминг, просто один. И главное, ладно бы умели играть, но приходит, один отдается, второй отдается. И так раз пять. Красавцы просто, лучшие, лучшие. Да иди к черту. Что вам угодно? Я уже молчу про эти светы, которые прилетают из ниоткуда и сразу после ключевой инфы. Так бесит. Ладно, то стрим слушает. Вы еще ж, блин. Живые наступают. Нужна моя помощь. Постройка завершена. Жизнь замерзла. Чего желает мой победитель? Нужна моя помощь? Живая стройка завершена. Нужно построить зиккурат. Постройка завершена. Я жажду служить. Постройка завершена. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Постройка. Так, некрополь. Живые наступают. Да. Ладно. До последнего. Ждем МК, Т2, одна обсидианка. Кладбище. Постройка завершена. Еще одно кладбище. Еще зиггурат. Не, за счет героев еще можно вырулить. Что вам угодно? Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Нужна моя помощь? Главное защититься. И не высовываться. Ты хочешь увидеть? Да, давай аккуратненько. Я буду твоими глазами. Понятно. Ну же, ты увидишь все. Все будет твоими глазами. Я посмотрю. Опа, и здесь что ли вар? Стройка завершена. И светит этот еще. Ты увидишь все. Стройка завершена. Ах вы. Ну же, я буду твоими глазами. Так, Шейдо недалеко. Постройка завершена. Так, и... Что ты хочешь увидеть? Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Я буду твоими глазами. Так. Что ты хочешь увидеть? Посмотрим. Я посмотрю. Посмотрим. Этот нубас еще. Завершена. Нужна моя стройка завершена. Так. Ну же, приказывайте. Так, ладно, ждем. Восстанавливаем ману, во-первых. Где прольется моя кровь? Слоттерхаус. Я не уверен, что тут так нужно деньги тратить. Ну же, приказывайте. Надо найти способ. Жду. Ну как способ?
Нужна моя помощь? Ты увидишь все. Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Да? Что вам угодно? Чего желает мой победитель? Ну же, приказывайте. Так. Ваш вердикт. Что вам угодно? Склоняюсь перед вашей волей. Постройка завершена. Свершится предначертанное. Ваша воля. Да, пожалуй, стоит. Для возможных хаймшей. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Надо варды поубирать. А, вот он уже идет. Да будет, да. Так, а ну-ка сюда, возвращаемся. Все на базу. Ваше решение? Что вам угодно? Ты еще не видел меня в бою? Огласите приговор. Ага! Угу, я понял тебя. Согласен. Жду указаний. Ты еще не видел меня в бою? Огласите приговор. Чем бы заняться? Ага! Где он там? Отлично. Да. Чем бы заняться? Ваш вердикт. Будет исполнен. Стройка завершена. Стройка торжествует. Дорогу! Постройка завершена. Ты еще не видел меня в бою? Все ясно. Архмаг упал. Я не заметил. Ну тут лимит, понимаете. Тут уже особо ничего не сделаешь. Ваше решение. ГГ. Жалко. Жалко. Ну, по деньгам было не так плохо, посмотрите. Уорка было меньше. Несмотря на то, что я... И по героям 162, 162, 162. Очень близкая игра. Хорошая игра. Ладно, едем дальше. Герои были действительно классные. Сейчас пойду оторвусь на некоторых товарищах. Сейчас. Сейчас, секундочку. Там наверняка же, когда было все плохо. Вот. Так. 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 Надо зайти все-таки в игру, наверное, да? Не найденным. Заходим. Ё-моё. Поехали. Арма, заходи. По-быстрому. Притихли, да, притихли что-то. Традиционно пишу стримов ПЛЗ, ГЛ, ХФ, Реди. Да по-хорошему надо игру пересматривать. Очень много поливных моментов. Да мы их не долистал. Я даже не буду проверять, что было. Так проще. Вот еще тоже.
Опять андеды. Блин. И лагает, что-то мне еще... Что-то с видяхой, что-то у меня с видяхой, я не знаю что. После ремонта такая хрень началась. Так, хорошо. Во многом благодаря Архмагу я в прошлой игре как-то еще на некросах держался в середине. Ну и благодаря, конечно, Варден, учитывая то, что она тоже с кладбищами хорошо работает. Фыва вслепую, да, Фыва, видите, как только подумал, что проскочил, как бы она неожиданно на месяцок-то и отправит. Там даже один, который поддерживал, был. Ну, на самом деле, очень обидно вот в таких играх, ну, сложных, реально сложных, по... заходить и читать потом, что ты, как бы, в грубой форме все не так делал. Поэтому я предпочитаю избавляться постройка завершена. От таких зрителей. Да, чисто репрессии. Все так и есть. Нам только нужны расово чистые бобры. Чего желает мой победитель? Айзек, я в курсе проблем. Их вроде как... Нужна постройка завершена. Вроде как решают. Но, судя по тому, что Эльдар пишет в конфе, решают не очень хорошо. Я жажду служить. Да, повелитель. Так. Где прольется моя постройка завершена. Ну, посмотрим, какой сейчас будет герой. Тут, в принципе, от героев можно танцевать. Хотя основа паучья на первую половину игры — это must have. Отвернулся. Пусть. Что там ты высматриваешь, жопаный кот? Может, в этот раз по старинке вермы немного гарк? Так по героям посмотрим. Если будет, например, Дредлорд или какой-нибудь типа козел, то, естественно, будем играть через гарк. Но если тебе дают там архмага какого-то, ну, то... Куда? Как вообще? Почему? Постройка завершена. Герой? Вот это я люблю. Вот это топич. С арбой андедовской будет зажигать. Через пассивочку, чтобы... Покруче крепится. Ой, ну Димка просто чемпион. Такой универсальности никто не видел. Блин, так не хочется дотанковывать. Ой, ловкость. Пойду за скелетами. Так, Акалита взял. Будем третий. И не будем. А куда пойдем? Пойдем сюда. Сейчас надо забирать как можно больше точек подальше от базы. Да, ясно. Вы не могли так быстро убить. Отлично, я прогулялся. Ладно, давай зиггурат. Убедил. Что это такое? Я считаю, это подстава просто. Форменная жесть. Ага, угадала с Гердой премиум, пожалуйста. Очень-очень лихо, конечно. Не, так не пойдет. Премиум дается только... Скелетики нужны. Мы должны действовать. Здесь, скорее всего, вот так вот надо бить. Скелеты очень быстро развалятся.
действовать. Постройка завершена. Давай, 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 давай. Да хорош, Бьорн. Что-то как... На нас напали. Не родной. Я жажду служить. Я жду. Быстрее. Так, дракон еще есть. Мы должны действовать. Отлично, Димка третий. Сейчас попробуем вот здесь собрать. Здесь одну нерубку. Ботинки нужны, второй герой нужен, нычка нужна, все это нужно, но сейчас важнее... Быстрее. Крипинг, даже дракона вызову. Ой, класс. Атас просто. Стройка завершена. Приказывай. Я жду. Да, прибыли. Мы должны действовать. Надо. Ой. Напьемся крови. Так, Архмаг свернул. Где прольется моя кровь? Черт. Постройка завершена. Кто убил? Он убил. Ладно, давай проверим соседа нашего. Быстрее. Да ладно, два финда осталось только. Приказывай. Я же вроде одного подсейвил. Ты куда там? То есть минус три финда у нас. Ну хоть две центральные точки. Ну как две центральные? Нифига не две центральные. Быстрее. Давай на нычку сразу же. Тут уже Грейд доделался, оказывается, я его пропустил. А, тут Horrible Plan как раз, окей. Horrible Plan, который орк. Попробуем базу ему тут. Не-не-не. Живи, гуль. Ой, молодец какой. Начал паучка бить и выжил. Рунные браслеты неплохо. Так, здесь у нас скелет. Move experience пока брать не буду. Потому что второй герой может быть даже более полезный, чем... Кого я обманываю? Дредлорд. Мы должны действовать. Приступаем. Постройка завершена. Ну вот видите, сейчас по идее нужно делать гарг. Но по факту я все равно должен сначала убить вот этого товарища. И потом уже переходить в гарг. Такая вот загогулина. Мы должны скоро на охоту. Клани ждут. Да и Дредлорда нужно прокачать сперва. Ладно, пойдет работать с базой. Накопим жизни. Делаем закопочку пока что. Играет на Т3, сейчас нужно будет штампануть, как только накопится. Арба нужна. Третий герой нужен. Пока мне вампиризм только для двух героев. Стройка завершена. Нужно больше золота. Быстрее! Скоро на охоту. Ботинки еще надо приобрести. Давай тебе возьмем. Кинем свиток. Да, сейчас нужно какой-нибудь эффективный лимит. Ну какой эффективный? Тут эффективнее тележек с финдами не придумаешь. Хотя одну гаргу сделать можно. Чтоб, по крайней мере, ему надо было... делать батку или... Ну, это чушь. Не надо делать пока ничего лучше. Финды и сетку против виверн.
настал. Ботинки купили, ждем еще. Исследование завершено. Грейд, все равно он общий. Что на этот раз? Свиток. Серклетку. Нет. Скоро на охоту. Так, 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 так. Что на этот раз? Дожидаюсь ботинок. Да в атаку. Да не, надо Дредлорду передать что-нибудь. Серклетку, к сожалению. Чем могу помочь? Да чтобы свитки были распределены, понимаете? Шреддер еще нужен был. Ладно, пойдем. Воу-воу-воу-воу-воу, тут как раз атака была. Ой, как вовремя! Быстрее! Тебе по-прежнему много. Мы должны действовать. Я жду. Его много. Приказывай. Я жду. Быстрее! Исследование завершено. Странно. Приказывай. Че он не алё? Перегруппировываюсь. Что на этот раз? Настал. А, там финды вообще. Ой. Понятно. Ну, я буду сжаться. Хуже всего сейчас орку, конечно же, потому что он тут просто между двух огней. Вот это тиммерство. Мне нужно убить и того, и того. Постройка завершена. Давай, третий герой. На нас напали. Да. Что нужно, смертный? Было скелетов, конечно, повызывать. Согласен. До того, как я бездарно начал. Исследование завершено. Быстрее. Я свиток. Тут позиция очень неудобная для... Хотя он диспл сделан. Час настал. Мы должны действовать. Скоро на охоту. Привет. Так, тут сварм пошел. Еще один Дима. Ой, это топич. Дмитриев много не бывает. Ой, а вот это плохо. Ладно, Демон Хантер лучше прокачается. Да дичь просто. Два Демон Хантера. Два Демон Хантера. Два ультимейт. Сейчас вампиризм, но вампиризм-то он не нужен. Он на ульте он не помогает. Но два их, понимаете, два. Такого не было. Или было, но я их не развил до нужного уровня. Он сейчас офигеет. Один-то проблема тут. Второй подходит. Надо. Линк пошел. Так, стоп, 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 погоди. Очень плотненько. Ой, отличный свиток изнул. Дредлордом. Такой краб вообще. Ладно, добиваем. Здесь ставим базу. Готовимся к андеду. Вообще такой ресторейшн топовый. Господи, что такое? Как это? Как вообще это? Надо в гарк переходить. Хватит это вертеть.
настал. Быстрее! Скоро на охоту. Эй, ну хватит, ну тележка, ну. Мой клинок. Бэмон говорит. Чего желает мой победитель? Так, нужен Шреддер. Пятый Дима молодец. Пятый Дима побежит за Шреддером. Здесь нужны рабочие. Много рабочих. Ботинки второму Диме. Вообще их закупать нужно. Это такие пацаны. Они же просто всех разнесут. Леса нет. Да, да, выходим из лимита. Шреддер появился. Уже будет попроще. Тут ботинки с серклетком. Дай гарк. Проверим сейчас, если... Вообще надо было... Поубивать. Выкапывайся. Докачать Дредлорда до третьего левела, чтобы аура была. Да, тролли есть, вот это то, что мне нужно. Скоро на охоту. Только ДЛ надо качать, и все. Хотя он получит, и Дима получит, получается. Хорошо. Настройка завершена. Так. Приветствую. Да, есть. Раз и два. Топли ловкость. Продаем. Жезл молнии оставляем. И гарги, 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 гарги сейчас пойдут. Гарги. В первой группе у нас будет финды. А в третьей группе все-таки гарги. И их нужно по-другому теперь уже контролить. Свиток беру. И в центр надо пытаться бежать. Причем нужно же еще грейд вторую на атаку сделать. Гулей взять для слива. И гарк запилить. Рабочие там должны с мейна добежать. Уже были 5, и здесь 5, да? Отлично. А в центре уже все. Рестор вампиризм. Рестор еще один купить-то. Главное, чтобы Дредлорд его не читал. Что нужно, смерть? Ладно, Дредлорду нам реабилитироваться будет. Приказывай, мы должны действовать. Так, давай серклетки, всякая лабуда. Обязательно затариваемся, обязательно. Это вот, кстати, не очень хороший девайс. Быстрее! Но я предлагаю стараться дальше. Чего желаю? Идти по часовой стрелке, не париться. Undead. Хорошо. С кастерами, reinforcement. Знали бы вы, как мне хочется... Ой, телепорт, сейчас посмотрим, подождите. Инфернал, Нага, шестой. Он в процессе. Исследование завершено. Он в процессе сражения сейчас был. Ну, в принципе, нормально. Только тут вышки. На нас напали. Быстрее. Постройка завершена. Наконец-то. Мы должны действовать. Поехали. Ты это сам придумал. Вермраз, что их много. Приветствую. Приказывай. Исследование завершено. Что нужно? Гарк подрезал мне всех. Да инфернал еще тут. Мы должны план. Если я доживу, как там? Приветствую. Давай рестор, ладно.
напьемся крови. Чуть-чуть осталось же. Что нужно? Крови. Я там все обитое. Быстрее. Наконец-то. Мой клинок жаждет крови. Неплохо, неплохо. Быстрее. Ой, там Дима еще у него. Беги или сражайся. Туля Хакана. Ну где шестой, так шестого не будет. Мой клинок жаждет крови. Нет. Да. Плохо. Мы должны действовать. Скоро на охоту. Но я расстрелял не меньше, чем он. Час настал. Инфосоточка. Что нужно? Смерть. Демки, конечно, жили долгое время только потому, что они... Приветствую. Приказывай. Они молодцы. Скоро на охоту. Вермять не надо было поставить. Почти шестой Дима. Почти шестой. Сейчас лечиться долго. Придется. Ладно, хорошо, значит, почти шестой, почти четвертый и набрал четвертый. Да, вторую арбу взял. Вторую арбу взял. Закупка ключевая должна быть. Нужно Диму не просто прокачивать, его еще же нужно воспитывать, одевать. И с грейдами, видите, я тоже не довел. Так, а где Шейда? Что Шейда? Куда Шейда? Что ты хочешь? Проверь ближнюю и все центральные. Сейчас через центр попробуем сходить. Возьмем одного верма. Получается, я могу еще одну гаргу... Нет, это еще одна гарга лишняя. Лучше еще одну Шейду сделать. Третий грейд на атаку. Пачка гарг. Конечно же, нужен еще ботинок. И свиток. Быстрее. Планю ждут. Так, а здесь арма. Это за андедов играет. Приказывай. Может быть и стоит. Что на этот раз? У меня 4 базы минимум. Приветствую. Мы должны действовать. Минимум. Приказывай. Я буду скоро на охоту. Быстрее. Ой, да ладно. Кутай Рейникус. Все, шестой, Дима. Че, биться будет? А, это не он, это реинфорсмент. Биться будем? Быстрее. Я не хочу пока. Мне, во-первых, хватило в тот раз, я хочу еще попробовать закупиться. Вон, аура, армора есть. Ты это сам придумал. Полезная штука. Что нужно? Приказывай. Мы должны действовать. Так, а пусть Дима возьмет. Быстрее. Мой клинок жаждет крови. Приказывай. Так. Реинфорсмент типа вторую центральную занял, да? Ну, это моя должна быть база центральная, вот эта вот. Приказывай. И учитывая то, что скоро все будет заканчиваться, а тут еще орк какой-то. Мы должны действовать. Так, во время сражения. Ну, прожать ульту, сварм, свиток, один передать Диме. Рейникус, это последнее здание было. Наглость, второе счастье. Так, Шейду одну сюда. Быстренько, Кали там. Так, так. Шедр как, работает? Медленно. Кажется, армор нужен еще второй, третий. Третий. Можно ворваться, но я бы это сделал после того, как некрополь сделается, чтобы была возможность телепортироваться. А пока можно подождать корон. Что-то такого. Приветствую.
Себе маску можно, но слотов свободных нет. О, это четвертый левел. Что на этот раз? Четвертый левел — это второй сварм. Что? Так, что я сделал, не сделал еще? Чего желаешь? Сколько осталось до окончания базы? 2500, многовато. 2800, да вы издеваетесь. Согласен. Или ворваться. Ну, дождись и ворвись. Что на это? Самом деле мне нужно реализовывать ульту Димы. Возьми вот эту вот штуку. Хороший стомп будет. Главное контролить и все. Особенно хорошо будет против тех же самых финдов. Сейчас. И ворвемся сюда. Что нужно, смертный? Исследование завершено. Скоро на охоту. Чтоб не хит энд ранил. Реально, демон поможет. Мы должны действовать. Склоняюсь. Как же долго. Почему арма, если форма? А, я не знаю, как правильно читать. Форма, конечно же. Раз правильно форма. Постройка завершена. Значит, форма. Да, повелитель. Приказывай. Сейчас девайс появится, голем. Ладно, забиваем. А он сам здесь. Ой, он битый какой-то. Час настал. Твой клинок жаждет крови. Высасываем манку. Манки нет. Высасываем манку. Приветствую. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Приказывай. Что нужно, смертный? Мы должны. Давай ультимейт. Мы должны действовать. Просто Дима начинает раздавать. Стройка завершена. Стройка. Можно завершена. Этого убить. Ага, спасибо. Завершена. Сюда? Не сюда. Постройка завершена. Постройка завершена. Приказывай. Быстрее. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Что нужно? Час настал. Быстрее. Скоро на охоту. На нас напали. Приветствую. Ты это сам придумал? Что на этот раз? Скоро на охоту. Такой долгий вообще. Ну я слил всех гарк, как бы вы это видели. Не надо мне валить отсюда. Тихо, 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 тихо. Ой, дай-ка сюда. А, ну здесь, видите, мудрость на него нападает. С слабенькими героями, но перспектива очень хорошая. 4-5-4, это... Хотя у меня тоже, в общем-то, не топич. 6-4-4, но получше. Добей его. Так, грейды все, верма спасли. Тут базу мудрость убивает. Я должен был, конечно, взять ТП еще. И сбегать, проверить центральную. И как-то вот с инферналом будет попроще. Когда вот появится инфернал, должно быть проще. Ох, корона, отлично. Моя первая корона. И ресторейшн, пожалуй. Тут свиток берем. Надо быстрее разделаться с... Мы должны действовать. Вот лишний у меня, лишний... Лишняя обсидианка. Мой клинок. Чем я построил? Клинок обрушился. А, сейчас рабочие же освободятся массово. Точно, точно, точно. Так, говорит, второго не хочу. Тем более, реинфорсмент видит его. Я подозреваю, что...
Да свершится предначертано. Подозреваю, что должен просто дождаться. Нифига себе. Думаем, видите, изводит, как класс. Давайте я подойду тоже. Ульта откатилась, тут я вижу замес вообще дикий. Да, мудрость телепортируется. Что на этот раз? Мы должны действовать. Неплохо, неплохо. Очень удачно я ворвался. Как по мне. Приветствую. Отлично. Третий вампиризм. Да, лимит практически не потерял, а наубивал миллионы. И у одного заставил телепортироваться, и второго добил. Хорошо, что не пошел сразу же. Прям вот получилось по-доброму. Хотя тут грейд вышек. Давай-ка сюда лучше. Телепорт, нифига себе. Товарищ, ты серьезный. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я понял тебя. Что в продаже есть? Ничего в продаже нет, кроме трушота. Реинфорсмент ливает. Хорошо, то есть с моим противником сейчас будет мудрость. Ничего так я... Зашел. Удачно. Ай, Данпил, ну вечно ты все портишь, ну. Вот жук, видели? Я его вот не трогал. Форма с битыми вермами. Но я хочу вот этого товарища забрать. Герои слабенькие. Инфернал скоро будет. Дождусь, когда откатится. Приказывай, наконец-то. Ультимейт Димы. Ну, что, 4, 5, 4. Привет. 7, почти 6, почти 6. Еще тут шестой Димон может быть скоро. Единственное, что я бы верма еще построил. Это последний, я думаю, минут 15-20. 20 скорее. За 15 при всем желании не выиграть. Только проиграть. Так, заказываю верма на освободившихся акалитов. Мудрость тоже отдает акалитов. Мне каждый акалит важен. Каждый калит приближает меня к... к шестым левелам. Навязать бы ему еще сражение. Так. Значит, вирм вылетает, пролетает, берем. Пару девайсов. Точнее, один девайс мы дождемся в любом случае. Инвул есть большой, но нужны уже другие вещи. Странно. А, это чтобы хитандраль не было проще. Я понял. Дайте девайс, дайте корону. Корону дайте. Сегодня какие-то странные жалобы на лаги. Такие на микроподлаги. Может, это у меня что-то? Сейчас, секундочку. Вирм уже прилетел. Что нужно, смертный?
А девайс новый не появился. Ну, значит, вот-вот появится. Вот прям вот-вот-вот-вот. Есть корону. Корона. Так, с этим все понятно. Сдаем тоже. Мы должны действовать. Что делать? Давай подрежем. Так. Тут так. Поехали. Ну давай, ну где ты? Раз. Когда там? Свиток. Так. Ты угадал мой план. Быстрее. Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Да как? Он свалил куда-то. Приказывай. Мой клинок жаждет. И снова телепорт. А вот и шестой левел. Давай. Еще бы этого получить шестого. Давай, ну. Мы должны действовать. Приветствую. Добро. Приказывай. Мы должны действовать. И все не так, и все не то. Парам-парам-пам-пам-пам. Вообще в салат. Ультимейты решают. Герои топич. Ну, значит, будем здесь нычку ставить. Да герой, самое главное. Ваша воля исполнится. Нельзя исполнить. Восьмой Дима уже. Час настал. Что на этот раз? Быстрее! Склоняюсь перед вашим домом. Час настал. Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Склоняюсь, земля льется моя кровь. Ваша воля. Надо добить его. Потому что он же не вышел, в конце концов. Верма потерял, и 6 гарк. Мы должны играть. Ну и свитки, конечно, посливал. Да свершится предначертанное. Но зато 2 левела по D6. Же круто. Постройка завершена. Тут мне показалось, или был блейд все-таки какой-то? Завершена. Бегал, кажется, блейд. Спасибо за игру в ГГ. Давай тогда смотреть. То есть живых следующий. Данпил есть. Вот он, мой клиент. Танкист со стажем. Постройка завершена. Я увидел двух демонов и решил, нет, не буду я. Постройка завершена. А это вообще арма. Форма, точнее. Постройка завершена. Это вообще форма. Которого, скорее всего, вторая центральная тоже, раз он данпила оттуда. Да. Постройка завершена. Я промолчу лучше. Мы должны здесь. Говорит про то, что мне с героями повезло. Это говорит человек, у которого... То у Рены два алхимика было в прошлый раз. Хотя у меня в тот раз был Демон Хантер и Паладин. Но то у Рены два алхимика, это вообще топич. Исследование завершено. Мне кажется. Быстрее. Остался понятным. Давайте тогда форму будем убивать. Не будем данпила терроризировать. Возьмем сейчас в центре... Так, два свитка надо взять. В центре возьмем плюс 10 там курона есть девайс. Самон со стомпом. Вместо, скажем, серклетки. Ультимейты откатились.
То есть тут, да, он действительно, видите, занимает эту базу центральную. Защита есть? Защиты нет. То есть у него одна центральная база. Все отлично. Будем это штурмовать. Шреддер, кстати, да, жив, но... Видите, он халтурит. Как-то часто бывает. Ну что, наламываемся. Наламываемся. 16 косарей на нычке. Скоро на охоту. Мы должны действовать. Мой клинок. Постройка завершена. Крови. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Настал. Клинок жаждет крови. Приветствую. Надо разделить вермов в разные стороны. Ну, чтобы они морозили своем. Приказывай. Быстрее. Приказывай. Сплэшем. Наверма, мне кажется, заберут. Хотя нет, не заберут. АМШ. Ладно, поехали. Что нужно? Смерть. Что на этот раз? Наконец-то. Быстрее. Ну что-то какая-то грязь. Приказывай. Ой, быстрее. Ну, герои, герои. Бегаем. Данпил, спасибо, говорит. Что там Данпил? Интересно, натворил. Два таких демона стоят. Навешивают. Ну, видимо, с танками Данпил там. Да, это ГГ. Короче, 2-1 сегодня счет, нормально, с героями реально проперло. Ну, хорошие герои. Хотя, смотрите, у мудрости были две Варден и Блейдмастер. Тоже хорошие герои. Остальных, да. Ну, там Дима, Варден, Бист, все портит. Фейерлорд, Паладин, топич вообще. Архмаг, МК, Варден, тоже неплохие герои, весьма неплохие. Но повезло. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами завтра. Ориентировочно в 4-5, кажется, будет продолжение прохождения Half-Life вместе с BSP. Если сегодня пропустили, было очень трешово и очень весело. Запись сейчас поставлю заливаться и по Warcraft, и по Half-Life. Спокойной ночи.